интересовался, когда там ФФА, говорит, через сколько примерно. Вот. Поэтому. А вот и он ждет. Ну что, смайлы классные, да. Смайлы классные. И это еще не все, кстати. Премиум лагает, говорит штурвал. Там есть проблемы. В одном из содов мы написали уже заявочку, могут быть лаги, но Ильдар на связи. Он мониторит. У большинства должно быть все хорошо. Это у Ростелеком на маршрутах проблемы между двумя содами. Гейл ХФ, Редим. Привет, Фараон Икс, привет, Фейнман. Комментировать будешь игру Happy VS Focus? Планировал хороший шоу-матч. Бо-9, кажется. И они на турнире же сражались. Вот. Поменьше тиммеров тебе, мстителей и долгожителей. Но все равно вот Пух, он четко против меня. То есть он, выбирая между целями, если у него есть выбор между целями, он, конечно, выбирает бобра. Да чего уж от греха таить. Многие хотят бобру сделать больно, как-то его задеть, поджечь. Это за примерами далеко ходить не надо. Тот же самый вчерашний матч Рофт с Игрушкой. поддержал ваш канал, ваш канал на Воу-воу-воу! 322 рубля и 322. сообщает Привет. ФФА, да. Спасибо. Сразу 322 рубля прилетело, спасибо. На прем полет нормальный, да? Это был звук попавшихся орков. Ай, вечер обещал быть таким классным, таким интересным, таким... К черту все, короче. Так, ладно, давай хедхантеров. Да, Биобр говорит, да, я ждал орков. Извращенец, зачем тебе орки? Зачем тебе они? Орион 589 поздравляет всех с наступающим. Передает привет мне. Приятно. Это приятно. А, я, наверное, скипну одного рабочего, чтобы пораньше сделать барак. Вот так вот сделаю. Потому что барак, кажется, чуть позже мне достраивался. А дальше рабочих достраиваем. Мы ждем фейл. Да, сейчас вот то, чего не хватает для стартовой расы, такое замечательное, чтобы дополнить картину, эту великолепную, это как раз чего-нибудь нелепого. Чтобы сразу понять, что как бы... А вообще одного Ну, рабочего надо чего было хочешь? на... Ой, Ну, так, так, чего так. хочешь? Сделаю. Здесь нельзя строить. Или собрать досрочно вот с товарищей лес. Готов к работе. Чего надо, Стоит хозяин? ли делать раба? Наверное, не стоит. Там нечетное количество будет. Я хочу второго хедхантера. Видите, раньше все равно. Надо барак строить Дело раньше. сделано. Надо запомнить, что под хедхантеров Чего бараки хочешь? надо выстраивать раньше. Да-да. Да-да. Мой Воу-воу-воу, полегче! Так, сразу сюда, за девайсом. Да. Не Хороший выбор. крепится, что ли? Слушаюсь и А я могу повинуюсь. вот сюда вот зайти? Один только атакует, меня это Что устраивает. прикажете? Не, двое атакуют. Ладно. Что прикажете? Хороший Не выбор. надо. Сделано. Да. Злой джин будет отмщен. Второй Что АОФ. прикажете? Пипец. Слушаюсь и повинуюсь. Что прикажете? Блин. Что прикажете? Корода! Взял, Хороший ушел. выбор. Да, Делаем вид, повинуйтесь. что ушли. Что Потом виндвок, он будет прикажете? добивать его. Что прикажете? Что прикажете? Готов! Кого Слушаюсь и убить? повинуюсь. Зол'джин Хороший будет выбор. отмщен. Совесть, Гад, а? да. Дело Совесть, сделано. а? Да, повелитель. Да.
Почти. Чего? Что прикажете? Надо залечиться. Нужна замазочка. Давай пойдем сюда. Что прикажете? Потанкуем хедхантерами. Ох, черт подери. Герой-то какой классный. Крепиться надо хорошо. Я креплюсь. Перебил хил этот приз. Скотина. Чего? Куда пойдем? Мне бы еще увидеть, когда он начнет крепить шахту. Чего хочешь? Как-то по-хитрому пройти. Да, повелитель. Кого убить? Что прикажете? Золджин будет отмщен. Так, давай на этих, на огров. Кого убить? Что надо? Что прикажете? Куда пойдем? Да-да. Надо спалить их так, чтобы... Ага. Кого убить? Что прикажете? Чего? Справимся. Что прикажете? Что прикажете? Жодиська! Это плохо. Карада! Да, прилетель. Хороший выбор. Чего? Кого? Что прикажете? Что прикажете? Куда пойдем? Чего? Да, повелитель. Чего хочешь? Угу. Куда пойдем? Да, Рачвонгер активировал премиум на ваш канал. Да. Что прикажете? Что прикажете? Кого? Хорошо, живем. Да. Что прикажете? Никого не потеряли, здесь надо контролировать. Контролировать аккуратненько. Вот, уже крепится, да? Да, крепится. Кого убить? Не успею, скорее всего. Что прикажете? Скорее всего, не успеем. Что прикажете? Что прикажете? Шодиська. Куда хороший пойдем? Выбор. Что прикажете? Что прикажете? Да, повелитель. Кто? Банзай! Шодиська. Куда пойдем? Эстинга. Что прикажете? Кого убить? Да, чего повелитель? Убить? Куда пойдем? Что прикажете? Да. Чего? Да, повелитель. Да. Что прикажете? Кого что убить? Что прикажете? Слушаюсь. Куда и повинуюсь. Что прикажете? Да. Да. Плохо, плохо, плохо. Ну, голем он забрал уже. В этом проблема. Да, повелитель. Я еще не стал здесь делать базу. Будет отмщен. Да. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Куда пойдем? Что прикажете? Да. Чего? Да, повелитель. Хороший Чего? Выбор. А, он второй левел, а не третий. Да, повелитель. Ну, это хорошо. Куда пойдем? Будет что прикажете? Что прикажете? Чего? Кого? Что прикажете? Да. Куда пойдем? Что прикажете? На двух хедхантеров надо было, наверное, раньше мазать просто что и все. Прикажете? Кого убить? Чего? Все, что пожелаете. Что прикажете? Да, кого будет отмечен? Что прикажете? Куда пойдем? Так, да, следующий шаг это контролировать куда? Его экс. Ну, уже не на крипинг, а на постановку. Что ну, это также я смогу сделать этими. Куда пойдем? Пионом смогу я периодически выходить и посматривать. Да, повелитель. Что прикажете? Куда пойдем? Шодиська. Жду второго героя. Чего? Давай-ка сразу сюда, под виндвоком. Надо блейдом, конечно, под виндвоком выходить агрессивнее. Я же могу подрезать. Архмаг, хорошо. Под кастером хорошо зайдет. Танка, правда, нет нормального. Ну ладно. Ну, по крайней мере, я смогу свободнее выйти в кастеров. Да, пойдем. Хорошо. Бестмастер, блин, спалили. Чего? Да. Что прикажете? Да. Да. Хороший выбор. Так, здесь чего дальше хочешь? Второй этот. Да, кого? Опасно делать, конечно, лоджи на вынос. Куда? Да и опасно нычку ставить чего? Без разведки справа. Да, проверяем. Куда? Свободно, куда? Хорошо. Куда? Здесь уже выстраиваем, конечно, элемов да. В первую очередь. Куда пойдем? Что чего? Прикажете? Кого убить?
Ставим Бору на 50. Элем вытанковал основную часть урона. Не гасилось это к зверю, чушь. Какой ты какой? Живучий тролль. Здесь закрепили. Хорошо. Тогда давай-ка вот на эту точку, на оранжевую. Куда пойдем? Чего? Здесь хил варды, естественно, в первую очередь. Что прикажете? Блин, а сейчас за орков можно выиграть, но там пух еще. Так, тут не закреплено, хорошо. Что прикажете? Назад, чуть-чуть назад. Куда пойдем? Так, вот поехали. Так, далее в этот. Сейчас четвертый левел Блейд уже. Ему надо было силу, конечно, давать, книгу и прошлую в том числе. Я бы сбегал еще, отменил бы базу этому другу. Кого убить? Ну, он строит наверняка же, да? Хорош, да, строит. Мапхакер! Кричали пацаны в чатике. Скиллуха. Парировал бобер. Да ладно, серьезно? Там хекс второй-то, конечно. Да ну брось. Все равно же бьем. Так, третий герой, апгрейд. Вижу, есть лес, но чувствую, что будут проблемы далее. Замазываем. И можно его, кстати, убить будет сейчас уже. Так, тут уже перебор по рабам. Бетончик будем, бетончик надо сделать, да. Куда пойдем? Нет, вместо бетончика надо берсерков сделать сначала. Полезнее, ребят, полезнее. Все замазать. Ждем третьего героя. Желательно, чтобы он был завязан на ману, конечно же. Тоже МК какой-нибудь, Таурен. Что-то такое. Ладно. Пойду попробую снова ему базу отменить. Таурен! Блин, ты куда пойдем? Можно в центре прокрепиться. А, там протекторы. Не, я отменю все равно. Куда пойдем? Ну же, приказывай. Я слышал, что прикажете. А почему ты не атакуешь-то, Вась? Убить. Мне нужно просто нычку отменить, и все. И все, больше ничего. Чем могу служить? Я слышал, черт возьми. Кого убить? Это серьезные жертвы для одной только нычки. Нельзя было этого делать. Что прикажете? Куда пойдем? Да, повелитель. Что прикажете? Чем могу служить? Убить. Немедленно. Тасти знахаря вызывали? Немедленно. Что прикажете? Вам нужна да, куда пойдем? Все, пошел, пошел дальше. Да, пошел крепить, пошел делать бетон. Что прикажете? Нужен крипинг, ребят, нужен крипинг. Поверьте. Believe me. Кодой с неправильной точкой сбора. Так, Блейд должен был бежать в центр, естественно. Блин, сейчас бы еще немножко прокрепиться, пацаны. Вот чуть-чуть, дайте мне прокрепиться. Самую, блин, малость, самую. Кого? Закреплен центр, раз. Закреплен два, блин. Не закреплен три, ладно, поехали. Что прикажете? Убить. Там уже подходит этот. Что прикажете? Не-не-не, Блэйд, Блэйд, Блэйд. Да. Что прикажете? Что прикажете? Правильные решения. Да, повелитель. Да. Куда пойдем? Что прикажете? Да. Что вам угодно? Да, чем могу быть полезен? Да, чем могу служить? Что прикажете? Да, повелитель. Да, моя помощь? Всего желаете. Да. Что прикажете? Да, повелитель.
Ну нет. Таурен падает. Чего желаете? Да. Чего? Куда пойдем? Да. Все, что вы желаете. Да. Да, с деньгами. Давай, 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 давай. Все в пол. Слушай, телепортируйся отсюда. Куда пойдем? Все, хватит. Два девайса взял, кого-то там закрипал. Таурена потерял. Первого левела Таурена потерял. Здесь протекторы перекапываются, но это можно решить. Куда пойдем? Катапульту можно одну сделать. Грейды на атаку нужны. Здесь бы построить па-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 
по крайней мере, построить. Вы понимаете, да. Амулет надо передать Таурену. Попробовать драконов убить. Протектор это решает с проблемой. Пара катапульт. Мне должна помочь к смерти это. Так себе тема. Ну же, приказывайте. Что прикажете? Что прикажете? Что прикажете? Да, чего? Поехали. Передавай Таурену амулетик, пожалуйста. Что прикажете? Что прикажете? Кого убить? Немедленно. Да, прикажете? Нужна моя помощь? Какой дракон злой, капец. Куда пойдем? Даже все там уже атакуют, все просто. Так, аура пошла. Ну, Блейдмастер только не атакует. Что прикажете? Ситков нет. Ну, что прикажете? Чего? Что прикажете? Давай. Что вам угодно? Что прикажете? Фулл ДПС, ребят. Королевская корона, хорошо. Катапульта, грейд, второй грейд на атаку, ждем. Возможно, стоит центральную сначала поставить. Так, трушот передаем Таурену. Короны, наверное, тоже Таурену. Нет, корону рано Таурену. Таурену лучше мантию дать. Иди за ботинками закупай, покупай их. Ты книгу знаний и берешь так. Ботиночки, свиток, может, какой. Взываю к силам ветра. Ботинки берем. Ну, взглянем, есть ли что здесь. Что мы это Spell Shield хорошо может зайти. Ну, у меня нет денег, потому что надо купить сначала шкатулку. Нифига себе, там Таурен перегружен. Таурен очень перегружен. Да, так, с лесом вроде как получше стало. Да. Но... еще не поздно Шреддера приобрести. Шреддера нет. Свиток тогда возьму. Кого убить? Третья группа пошла сюда. Шаманы бегают. Почему я не взял... Давай сразу парочку выше. Бетон-то я делал, правильно. Пока трех рабов закажу. Штурмуем. Что прикажете? Могу помочь. А где Кадуна? А, Кадуна на месте. Взываю к силам ветра, земли и огня. И сюда. Воу-воу-воу! Что полегче. Немедленно. Что прикажете? Тихо. Да хватит, блин. Мне же еще инфернал, не забывай про это. Вот это что такое? Ну, поехал, работаем. Пух вышел из игры, ничего так. Быстро. Айреник все убил. Так, спокойно вырубай базу, не тупи. Делай третий грейд на атаку. Ставь постоянно варды, потому что варды это халява.
и забираюсь к нему наверх. Турен следующего левела. Так, ну он. Чего хочешь? Ты нельзя строй! Нет. Да, повелитель. Приказываю. Правильный. Что прикажете? Кого убить? Да. Да. Медведи зря он строит. Что прикажете? Для этого выходит из игры. Что прикажете? Чем могу помочь? Что прикажете? Он хост, кстати. Так, надо сейчас очень быстро действовать. В плане набора опытом. Ну, что прикажете? Так, давай так, что так. Прикажете? Тестим, да. Что вам угодно? Да, повелитель. Да. Я готов. Да, повелитель. Чем могу быть полезен? Таурен сдулся. Что прикажете? Что прикажете? В плане маны. Да, ну и здесь он заходит. Что прикажете? Надо сразу ставить еще одну базу, четвертую, вот здесь вот. Дело сделано. Ну, лес есть. Что прикажете? Что прикажете? Проверить эту базу. Поставить варды. Ой, вторая аура. Архмаговская. Так, а здесь вообще орк уже. Ничего себе! Не понял. Что прикажете? Тут уже SX Paradise. Неужели эльф успел в центре базы построить? Это такая наглость. Если это так, это такая наглость. Да, ну а по-другому ему нет смысла так за... Нет, тут SX Paradise. Что? Тогда стопем. Тогда не торопимся. Тогда передаем, например, Архмагу ботинки. Ну давай, ну передавай, ну давай, виндвок у тебя на что? Переходим, нам нужен шреддер. Учитывая новые базы, освободившиеся шахты, это раз. Да, это скажется на лимите, но кто еще этого шреддера мне даст? Вот, ходит рекординг. Надо его поймать, корона королей. Давай в центр, давай в центр. Надо вот этот, весь этот лимит у него переварить. Это же все экспа, это считайте крипы, которых рано или поздно кто-то соберет. Ну же, прикажете. Мне не нравится то, что да. Этим кем-то что может быть. Прикажете? Где он да, вообще да, базу-то ставил? Нужна моя помощь? Да, повелитель. Да. Что надо назад. Давай перчатки продавай, ботинки покупай. Да. Сразу ставим так, так, да, так, да, так, да, так. Что прикажете? Ты покупай, да. Ты подходи сюда, продавай пока так. Здравствуй. Да ботинки нужны ему, конечно же. Давай Архмагу лучше инфернальчиком. Ты слоты освобождай, еще одна корона появилась. Я пока здесь потусуюсь. Чем могу помочь? Свиток нового. Продай вот эту чушь свою. Коронка. Ой, три короны уже! Три короны, Карл! Три! Блин, где же там эльф, а? Давай так, так, так. И так. О! Six Paradise. Хоть арбу Блейду обычную купи. Пока замораживающий нет. Таурена второй амулет, пожалуй, пока куплю. Или маску смерти передать Блейду. Не, маска смерти. Блейду мне не нравится вообще. Это тоже вялый вообще. 3, 2, 1 у него левел. Пуск. Бери амуль. Что прикажете? Что прикажете? Да. Все, пойдемте орку убивать. Нафиг нужно. Ловить еще, действительно. Да как так-то? Да. Стоп, план меняется. Тут еще не закреплены големы, как раз под Таурена четвертого. Что прикажете? Ну, плюс девайс еще какой-нибудь. Да, повелитель. Ой, да ладно. Даже Архмага не буду тут подводить. Ну, вызову, конечно. Но Блейд и... А Таурен что, мимо пробежал он просто всех големов? Видимо, он принял за своих. Назад, назад, ну басом. Книга сил. Ладно. Одеяние мага, хорошо.
Так, вермы летают. Срочно получать экспу. Срочно. Срочно. Вот, особенно вот на пятой рейнджерке. Вот, хотя у него 5-3-2. А, понятно все. Я не смогу там ничего сделать. Он просто сносит мне базу. Козлина. Мне нужны бабки еще. Чего хочешь, друзья, строй? Да. Чем могу помочь? Что прикажете? Что прикажете? Да, да, повелитель. Хорошо. Я прилетел. Бабки очень нужны. Что прикажете? Чем могу помочь? Но. Что прикажете? И надо убивать его. Но он сидит без лимита, да, и улыбается, повелитель. Понимаете? Что прикажете? Может. Причем он. Нет, он из лимита вышел, только чисто батками вышел из лимита. Что прикажете? Капец, как же такие бесят, а? Будет исполнено. Да, прилетит его. Что прикажете? Нужна арба. Блейдмастером. Да, прилетит. Что прикажете? Что надо, хозяин? Нужна древесина. Сделано. И на батах нужна... Сделано. Нужен лес. Да. Чего хочешь? Да. Да. Он, кажется, наверх полетел, да? Что будем жечь? Кажись, он пошел обходить. Да, вот он, да. Уже там. Ой, что такое? Здесь тоже чего пара ушек есть. Что прикажете? Чем могу помочь? Что прикажете? Вот, рекординг ходит. Что прикажете? Где же у него мейн, а? Да, Турин четвертый. Да. Может, не, надо рекординга убивать. Он явно тоже по мою душу ходит, понимаете? Явно по мою душу ходит. Да, надо добивать людей, но его он где-то поблизости. Я не знаю, где он, в общем, находится. Он телепортировался сейчас. Это же он телепортировался, правильно? Я бегаю как дурак в попытках. Опять здесь, кажется, полетели. Мелькнул кто-то. Двухклеточный причем. Да, блин. Что прикажете? Да, о, увидел, все. Да. Так, ну ладно, там мы справимся. Значит, работаем здесь. Что прикажете? Это западня. Куда пойдем? Что прикажете? Это экспа, ребят. Да. Здесь что? Здесь плохо? Да, повелитель. Падает один. Ладно, я блейда пущу сразу отбиваться сюда. Блин, как же... Что прикажете? Я прилетел. Че такое? Архмаг упал? Да ладно. Че надо, хозяин? Так, берем архмага. Там бы еще один просто подошел. Я потерял дофига всего. Я потерял три базы сходу просто. Их нужно восстанавливать сейчас как можно скорее. Отменять баток, чтобы лес получить ситуативно. Кастеров не хватает. Так, безопасное место где самое? Да, повелитель. Что приказали? Слева, наверное. Что прикажете? Нет, самое безопасное здесь. Слушаюсь, вождь. Чё, командир? Я прилетел. Чё такое? Что прикажете? Лес. Попробую шредера взять, но в центре дофига всего.
Так, давайте-ка, ребят, мы пока что соберемся, будем лес добывать. Ждем архмагом. Я прилетел. Что прикажете? Тут... тут стоят, ждут. Да, повелитель. Что прикажете? Чего? Взываю к силам ветра земли. Надо еще здесь восстановить базу. Что прикажете? Блин, из X-Paradise. Конечно, с этими батками одновременно с... Слушаюсь и повинуюсь. Будем, я ставлю перед ним прям эту базу. Перед его лицом, так скажем. А почему не поставил Таурента нычку? Нет, я торможу, ребят, я очень сильно торможу. Выходит АМ. Нумеруем. Переводим сюда рабов. Чего хочешь? Что прикажете? Да, рыбы не хватает. Безусловно. Да. Что прикажете? Рушится рудник. Сюда рабов переводим. И здесь ставим базу снова. Что прикажете? Чем могу помочь? Так, герои у меня очень хорошие. Единственное, я бы начал уже Таурену передавать короны. Для того, чтобы... для того, чтобы Блейд мог закупаться. Можно потихонечку его тут бомбить. Есть да, Шреддер. Да. Не хватает леса. Что, чтобы увести его безопасным. Вроде его не спалили, поэтому. Да, повелитель. Хороший выбор. Что прикажете? Да. Солнышко. Ухожим. Да. Так, Шреддера взяли. Хорошо. Ах ты гад, а? Он летит на мейн. Как скажешь, начальник. Чем могу помочь? Начальник, как скажешь. Уже там. Без проблем. Ну, бас. Он того не стоило. Это очень большой слив с его стороны. Где-то 1,5-2 пачки баток он просто... Ну ясно. Это вообще другой. Я это служа повелитель. Чем могу помочь? Моя помощь? Что вам угодно? Массовый ТП есть. Уже проще. Не хватает мне леса опять. Да, повелитель. Чем могу быть полезен? Приказывать. Что прикажете? Да, повелитель. Чем могу помочь? Я готов. Что прикажете? Идем к нему на мейн. Да, приказываю. Правильный. Но. Что прикажете? Чем могу помочь? Да. Помним про Инфернала, надо было его юзнуть, конечно, в той, в том сражении. И добываем лес. Восстанавливать базу надо. Чего Четыре вышки, в принципе, не такая уж и большая проблема. Катапульты сразу даем задание атаковать. Что будем жечь? Как скажешь, начальник. Здесь не хватает. Да, атакуют вышки. Это не страшно. Да. Двигаемся потихонечку. Что прикажете? Что прикажете?
Откуда у меня такой лимит стрёмный? Ума не приложу. Да хватит уже, лечись, то время. Просто бей вот, вот эту вот штуку. И все. Как, а, виверну я заказал. Да, с виверной это проблема. Виверну я зря построил. Это была ошибка, конечно. Виверна, это была ошибка. А, вот еще лимит. Ладно. Мне нужно еще сделать два здания для кастеров. Ну, потому что прошлые убиты были батками. Вместо виверн, конечно, хотелось бы сделать... Запасов по ресурсам нет. Вот, вот это плохо. Из-за того, что я заказал сейчас чушь в виде виверн. Да убей, если это чушь. Это чушь. Убей, убей. Это 8 лимита как раз. Все, теперь ты добываешь. Хотя бы вот с этих 2,5 баз ты добываешь. Тут надо было грейд на баток еще сделать. Дальше, дальше у него центральная база. В принципе, я бы сбегал еще блэдмастером, пошокался. Все равно в центр идти надо постепенно. Навел бы порядок, блин, вот здесь вот в добыче. Ну, он прям, прям деревянный он, а? Так бесит. То есть у него батки и три героя. Вот, вот это его уровень. Меня тут видит. Возьму тогда... Ничего. Ладно. Это вообще другой. Что прикажете? Чем одной катапультой сносить вот это все дело будет крайне долго, но есть Blade Storm еще. Что прикажете? Куда ты побежал, друг? Телепортируйся. А, инвульчик. Инвульчик. И можно покрутиться на самом деле. Да, давай покрутимся. Раз. И вот тут где-нибудь покрутимся. Вот шторм. О, ДНД надо было поставить. Мясной конь с нами опять. Пока ДНД писал. Таурен, блин, он же не шестой. Что же я делаю? Такой ДПС дикий въезжает в Таурена. Ну, выжил вроде. Никого не потерял. Шамана сейчас потерял. Да куда батки? Он не прям... Я там вышек осталось-то немного. Если сделать так, так. Аккуратно танковать. Чего? Давай, ливай. О, шестой таурен. Ну, все, теперь. Теперь уже можно посвободнее. Так, надо еще несколько кастеров сделать. Да, таких да. Вот. Что прикажете? Что прикажете? Да, давай, ну. Я готов, да. Не надо там трогать-то его, вы чего? Ну? Чем могу помочь? Я готов. Что у нас здесь? Рунный браслет пока возьму. Фу, ладно. Добиваем Парадайза. Сейчас попробуем взять Шреддера сразу же, да? Есть Шреддер. Это очень хорошо. Давай. Так его надо в безопасное место сразу же. Рабочих уже с леса всех собираем. Кто там у нас шастал? Распределяем. Распределяем, распределяем. Убираем, короче говоря, их с лесом. Денежка начинает появляться уже какая-то. Надо поставить варды.
Я пока передам руны Архмагу. Мана не заканчивается. Ну, Bloodlust, конечно, не успевает, пацаны. А вот у... Блин, тут СМФ. Пятая панда. Что прикажете? Давай, Энвул, может, купим какой-нибудь. Да, победитель. Свиток беру пока. Что прикажете? Да. Я это... Так, далее, катапульты, слушай, наверное, идем отдаваться. Плюс разведка катапульта, да. это сильно. Варды, варды. Что делаем. Что прикажете? Угу. Блин, Даггер нужен, конечно, в том рену. Ладно, давай баткой пролетим. А кто здесь у нас? Вот, Джонатан, давайте за этим пойдем. Ну, за тем упырем, который бегал мне, убивал этих. Это кто? Серенький, да? Серенький, батки сюда. И катапульту тоже надо сюда. Это защита такая, что и так пробивается. Без проблем. Хотя он выходит из лимита явно. Ну, рабочих сплавляет. Вот вы Тиммера, говорит он. Тогда точно убиваем. Надо проверить у него мейн. Он здесь или не здесь? Он здесь. Раз, два, три, четыре. Давай закажем еще парочку этих, убьем. Два левелапа, хорошо. Тиммеры. Стоит на базе с армией тиммеры. Окей, ну у него, видимо, герой сейчас какого-то убили. Не забываем про массовый ТП. Давай-ка еще не забудем про Инфернала тут, чтобы ему вообще весело было. Сразу, чтобы герой упал один. ГГ. Урен седьмой. ГГ, ГГ. Добей. Все, этого не хочется добивать, но надо добивать. Закончилась шахта раз. Переводим сюда шахта 2. Лихо так Инфернал прилетел, да? Передам свиток Архмагу. И еще один девайс попробуем взять. Попробуем взять в центре. Так, здесь бы вот этих трех рабов еще куда-нибудь... Слушайте, а где Шреддер? Шреддер не добывает. Он до сих пор не добывает. Так, нет, вы идете ставить сюда базу. Здесь что? Когти плюс 6, фигня. Орб нет, жди. Ой, дождусь сейчас, окажись. Да, видит. Там и прикопка, и молоток, я просто... Ой, еще кинжал. Бегу, бегу, молоток. Не, не убегу. Ну, твою мать! Пошопился. Это было массовый ТП туда делать. Вот это правильно было выход. Пока заказываю блейда, но мне кажется, что неправильно. Катапульту несчастную добьем. Возьмем вместо нее пару дополнительных баток. Да, это что? Да. Так, что это у нас? А, добей, говорит, и ставит Бору. Капец. Какой упырь. Я это... Слушаю. Круто. Какой упырь. Добей. Ладно. Так, ребят, давайте-ка вы пока... О, тут точка сбора клевая.
Добей. Что прикажете? Класс. Да я хотел сделать еще парочку бестиариев. Что прикажете? Вот он, вот он. Он развивается. Строит магазины. Нормально у него. Пацаны, добейте. Что прикажете? Что вам угодно? Надо сейчас шопиться и копить баблом. Просто заниматься и рабочих строит. В шоке, я в шоке просто. Так, мне светанули центральную базу. Я это слушаю. Да, прикажете. Что будем жечь? Здесь ничего. Что прикажете? Все, командир. Тут и Салай. Уже там. О, он, кстати, хороший, Салай-то. Что прикажете? Что приказали? Они не пройдут. Что прикажете? Чем могу помочь? Дыхание хорошо зашло. А, он там. То есть он готов. Я это... Да, слушаю. Давай тогда. Так, тот пишет ГГ, тут меня жарят вообще. Жозенько. Прям жозенько. Чем могу помочь? А, у меня бладласта нет. Ну, о, хорош крит. 308. ГГ. Тоже экспу получили. Потеряли там одного берсерка, судя по всему. А что я регента не сделал берсерком? Надо еще второй армор сделать берсерком. Еще надо здесь все-таки сделать, или вот здесь вот все-таки сделать. Бестиариев парочку, тройку. Нет. Парочку и немножко выше. Пусть бывает по колес. SLI вышел из игры, Джонатан вышел из игры. Кто остался? Мудрость, SX Paradise, SMF. Вообще, SX Paradise, конечно, хочется сначала добить. О, блин! Радикально. Такое количество вышек я не ожидал увидеть. Ну, ребят, тогда просто... А, построился. Доставим варды. Шопимся. Шопиться надо. Сейчас ключевое это шопиться. Шопится, нычки работают. Нужен блинк-даггер, нужен хороший амульт Аурена. Хотя нет, ему лучше корону уже. Мстите, пришел тут. Критуем. А, у него ТП. Надо было козла сразу нарезать, но у него тоже. Не, козла надо было нарезать. Ой. Так, Патма сразу уходит. Я натерял тут... Ну, я баток, во-первых, натерял, двух кастеров натерял. Когти не те, маска не та, это не то, все не так. Левелап получили. Главное сейчас всех не агрить, надо выбирать четенько. Архмаг пустой. Нужна моя помощь? Так, давай медальку и какой-нибудь амулетик. А, SX Paradise, вот он какой, северный олень, да? Что прикажете? Что приказали? Да, называли. Два инву у Архмага. Архмаг параноик. О, арба наконец-то у Блэйда появилась, нормальная. Что прикажете? Так, что телепорт я лучше Таурену дам, он редко умирает. Да, а Блэйду лучше короны да. Или... Прикажете? Прикажу. Да. Что да, стоит мудрости. Да. Меня все трое знают, видят и не любят явно. Что будем жечь? Все трое. Амулет большой, Таурена меняем. Это эффективная замена слота. Еще даже освободили один на те же самые. Мы тут врезаемся, смотрим что да как.
Выпадет, что нет? Что будем жечь? Без бонусов. Ты начальник, как скажешь. Так, тут, как так, скажешь, так, начальник. Так, так. Я хочу узнать вообще, кто где. Что вам угодно? Мудрость опять с Шейдой со своим. Да. Что прикажете? Да, повелитель. Да. Ну и ясно. Но... Что будем жечь? Так, аккуратненько, дивер... Да, прикажете. Опа, 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 опа. Ну же, прикажете. Где Таурен, блин? Да. Да. Блин, Таурен далеко. Очень плохо сейчас с вами. Да, приведите вождь. Делу сделал. Что прикажете? Я готов. Все, поехали. Ты сюда, ты сюда. Чем могу помочь? Нарезай, нарезай, нарезай. Да. Не, не, не получится нарезать. Не, не, там вообще голяк. Да, приведите. Будет исполнено. Да, повелитель. Да будет. Но. Что прикажете? Что прикажете? Прикажете? Что прикажете? Да, повелитель. Чем могу быть полезен? Да, моя помощь. Да. Режь. Что прикажете? Хороший выбор. Что приказали? Да, повелитель. Да. Ну, так, уходит, Таурен левелапается. Да. Ой, Таурен оставил мне еще одного. Спасибо, добрый человек. Век не забуду. Эй! SXP Redice тут. А, это он ставит базу. Ах ты красавчик. Корона королей новая появилась. Мне нужен, блин, блин, даггер. Ну да, блин, давай, ну... Блин, хоть Варден бей уже. Да, он просто разменивает с тремя героями. Ладно, ульту у него забрали. Так, мудрость, это тут, Шейда бегает. Блэйд уже хорош. Дарх магу опять же закупить. Сейчас уже Таурена надо последний девайс ему дать. SXP Redice надо добить. Вот эта вот база у него справа, она самая палевная. Я это слушаю. СМФ сдает. Да, рабов. Что прикажете? Да. Что прикажете? Но. Да. Что приказали? Жду я хороших девайсов. Что желтенький. Прикажете? Розовенький. Ой, оранжевенький. Что такое? Что прикажете? Мудрость копит деньги. Очень серьезно копит деньги. Здесь еще кто непонятно, вот с этой стороны. Здесь вот. Ну, скорее всего, орк. Самое логичное. Опять 25. Вот как же все-таки неудачно. Как же неудачно. Находится Таурен, а? Давай, ну! Давай, ну! Не успеет. Козла давай еще. Крит на 400. Козел успел умереть. Я это... Слушай. Да. Что прикажете? Ой, молодец. SX Paradise взрывает меня батками своими. Но он прилетел справа. То есть надо разведку сюда вот вести. Как скажешь, начальник. Что прикажете? Да, уж. Сделать еще пару этих. Что прикажете? Ждать девайсов. Ждать девайсов. Я это... Ой, летят. Слушаю. Утки. На наш город напали. Что будем жечь? Ну. Нас атакуют.
Да, повелитель. Чем могу быть полезен? Я это... Слушай. Кто быстрее? Оп! Съел? Обрушился. Так вот. Что будем? Я знаю, что будет второй. Оп-оп-оп-оп-оп! Ну как ты так можешь-то, ну? Так, и он, вот он, вот он, вот он! Вот он, упырь. Заканчиваются же золотые шахты, все. Остается только центральные, но у меня центральных две штучки. На мудрость лезть не хочу. Здесь орк? Да, здесь орк. СМФ не буду. Вот как допустил орк, что у него в тылу есть другой орк? Понимаете? Как это допустил он? Слушаю. Чем могу помочь? Отстраивается, все дела. Телепорт. Неплохо. Нет, 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 нет. Беги, Блейд, это твоя, твой Эверест. Да, не должна убежать. Убегает куда-то вниз. Куда-то вниз убегает. Да как так ты? Солнышко, да, во славу. Нужна моя помощь? Что прикажете? Режь ее. Да, повелитель. Ты же должен был попасть, у тебя же арба, алло. Что прикажете? Что прикажете? Я не понимаю. Ботинки есть. Все есть. Кританит два раза. Ладно, одного крита хватило. Что вам угодно? Так, у орка две, у этого две, у меня тоже две. Базы. Мне бы хотя бы одну мега укрепить. Нет. Смотри, ничего ценного нет. Рабочих надо ловить, не упускать. Баток надо на разведку пускать, но по правой части, видимо. Да, слева все в мудрости. SX Paradise добьем, останется двое. Там уже надо будет действовать мега аккуратно, мега аккуратно. Ой. Ой. Нехорошо получилось. Он мне взорвал две, четыре батки взорвал. Не, две батки взорвал. Чем могу быть полезен? Правильно. Все, командир. Дело сделано. Ты начальник. Задача обнаружить его базы, оставшиеся. Но... Да. Чем могу помочь? Что вам угодно? Помним про массовый ТП еще. Что прикажете? Да. Я это... Понятно. А, это СМФ уже. Ой, где же этот SX Paradise? Тоже СМФ. Вот он, SX Paradise. Давай уже, ливай, блин. Беги. Слава богу. Все, а вот теперь аккуратно. Сейчас мега аккуратно надо, ребят. Не агрить, ничего, все, защищаешься. Батка не туда полетела. Баток сюда, этих сюда. Просто стоишь, закупаешься, никому не мешаешь. Избавляешься от рабочих ненужных. Можно было панду раздраконить просто с одного. Может, сайленс взять? Блин, даггер тебе нужен. Этих рабочих надо сдавать. Сдаем. Тут ходят, ходят, молодцы. Додобываем. Тут фигня. То есть ключевые базы вот эти вот две центральные. В общем, это у нас закончится скоро. О, блин, даггер! Нужна моя помощь.
Ой, Full House. Full House. Практически Full House. Ооо. Еще бы коготочки плюс 15 хотя бы штучку. И понять, на кого лезть. Вообще на орка надо лезть, учитывая его землю. Да, я посмотрел на количество вышек орка. И что-то сомневаюсь. Так, а сколько золота осталось? Можно выбрать шахту, которая наиболее... 15 косарей, это свеженькая база. Это позже была построена. Еще один блинкдаггер. Ну вот, понеслась. 4 косаря. Да, можно, учитывая то, что с мудростью проблем у нас нет, мы можем сделать следующим образом. Так вот. И поджимать просто орка. Потому что орка что может быть? Только земля, а у нас турен. Все. Поэтому мы ждем, когда достроятся 4 барака. Начинаем из первого потихонечку штамповать. Так. Собираем, что есть. Кстати, одного рабочего можно достроить пока еще. Хотя нет, лучше... Не, нормально. Тут хоть и с запасом, но... Вот, а потом до заказ там 4 катапульт. Чего хочешь? Готов. С удовольствием. Здесь нельзя строить. Что прикажете? Чем могу помочь? Да. Что прикажете? Но. Блин, так огрудь не хочется, конечно, людей. Как не хочется агрить. Дело сделано. У мудрости героя неплохие. Поехали. Что прикажете? А, арбу одну выкинуть, точно, у меня же 2 арбы. Ё-моё. Да, хороший выбор. А как? Может, турену отдадим? Да, вместо одного амуля. Лучше этому. Да ему благодаря третьей ауре хватит вот этой манки. Че такое? Да. Дело сделано. Что прикажете? Так, лучше начинать сразу с... миллиона шаманов. Ой, в смысле, с миллиона этих катапульт. То есть лучше не одну палить, а сразу в пятером наваливаться. Чтобы не у нее было времени на подстройку, пока я там штурмую. Можно было прекратить добычу на этот момент, на это время. Так, во время сражения что? Да все, все на героях у тебя завязано. Бладласт выключил, включил. Проверяешь. Вардики ставишь, потому что фуловая мана. И начинаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, мудрость меня палит. Вот это крайне плохо. То есть он знает, что началась движуха. Это плохо. Дело сделано. Да куда, блин? Еще одна шейда. Так, и мудрость рядышком. По-хорошему нужно сделать так, чтобы мудрость отъехала чуть раньше. А давай-ка мы сделаем вот так вот. Надо его развести просто на телепорт, понимаете? Потому что он явно ждал, когда появится этот, и... Да, когда появится орк, и он сзади такой, Д'Артаньян. Да, повелитель. Да, приказываю. Что прикажете? Да, повелитель. Что прикажете? Скорость. Да, дело сделано. Что прикажете? Хороший выбор. Тут же падает турен. Капец. Я
чего желаете? Что прикажете? Да. Да. Достигло. Что прикажете? Понял. Так, есть батки у него. В смысле, есть эти? Назад, ну... Он вивернами вышел из лимита, попробую взорвать все. Злые таурены, конечно. Попробуем добить. Да-да, добить, это, конечно, весело. Ждем реинкарнацию, во-первых. Куда пойдем? С удовольствием. Отдаем рабочих здесь. Чего? Капец. Да, очень. У него было 100 лимита, плюс таурены же еще были. И это привело к тому, что мой таурен, влетев в потму, умер, ну, просто мгновенно. То есть ему... У него не было возможности. Конечно, надо больше этих делать, бестиариев. Потому что Undead меня точно будет месить воздухом. И такое количество бестиариев точно не хватит. Ну, конечно, а что вы здесь делаете? Слушаюсь и повинуюсь. Чем могу служить? Лечимся. Да, он снова строится. Я попробую отменить эту хрень. Ему нужно, очень нужно строиться, потому что эта база, напомню, заканчивается. Меня, собственно, тоже. Знахаря вызывали. Смотрим, что есть. Амулетов сполчил, пожалуй, пока возьмем. Меня спалили. Ну, этого упыря надо ловить просто героями. А, некросы. Ой, я против некросов, то у меня вообще ничего. Нет, этих, как их, того. Ну, в общем, вы поняли. Некросы, это жара вообще. Жара, жара. Ну, сбиваем вышки опять. СМФ, главное не давать вот здесь ставить базу. И все. Это ключевое. Можно даже не ходить его убивать, потому что это сложно, во-первых. Хотя не так уж и сложно, я думаю. Я опасаюсь мудрости, понимаете? Очень я боюсь. Что прикажете? Банзай! Что прикажете? Да, слушай, я знакомился. Понятно. Это провал. Нужна моя помощь. Получай. Что приказали? Да заказ такой нехилый. Баток уже. Слушай, что прикажете? Че, командир? Да, я сделал. Че надо? Что прикажете? Светит, светит. Моя помощь. Исследование завершено. Диспл есть, но он такой. Ну хотя линк, в общем-то, полезная штука. Спирит Линк очень полезная штука. Я прилетел. Да. Вам нужна моя помощь. Да. Че, командир? Или Теорка добивать? Да, нет, нет, нет. Ну, ой, грязь. Че, так, что здесь делать? Позиция неплохая, кстати. Что прикажете? Нет, плохая позиция. Ой, минус Севермы! Как так-то, господи! Так они скучковались. Жалко, экспу некуда девать. Я бы, конечно, сейчас левелапнулся всеми. Да. А нет, есть еще куда девать экспу. Вот, все, десятый сейчас. Вот что сплэш животворящий делает. Но мудрость, да, мудрость готовится. У него есть несколько таких подзаказов, так что надо быть готовым к...
Ну, красиво, конечно. Эфир, мы пропали, никто не видел. Да. И вот, что делать дальше? Орка убивать. Арба есть. Когти плюс 9 всего лишь. Ну же, приказывай. Архмагу можно, конечно, дать арбу, но ему лучше зайдет. Не, надо, наверное, сейчас было сразу на орка идти. Сразу надо было на орка идти. Потому что Undead быстро такой же лимит, если захочет, он не восстановит, потому что вряд ли у него 9 бон-ярдов, правильно? Ну, это возможно, но крайне маловероятно. Поэтому надо корку не на эту базу, она более защищена, чем... Вообще, я бы, наверное, вот так вот, так вот, так вот доделал. Да, орк видит, что я того иду по его душу. Можно было поставить здесь вардик на развороте. Что прикажете? Солдочка. Я это. Что прикажете? И заходим сразу вот сюда, вот на мейнкрин. Раз, два. Что прикажете? То есть землю я контрю типа без. Нужна моя помощь. Что прикажете? Без помощи, якобы. Хотя это прохладная тема. Чем могу быть полезен? Что прикажете? Что прикажете? Что прикажете? А, у него снова Таурена. Надо еще линки раскидать, по крайней мере, на Таурена. О, там опять! Я пошел домой, короче, отсюда надо валить. Но я убил там всех вермов опять. Мне кажется, не надо сейчас вообще делать баток. Такая грязь там! Там вообще грязь! Ну, я надеюсь, они там будут сражаться. Но если они будут там сражаться, это ГГшечка. Потому что они сейчас друг друга там добьют. У меня почти 10-10-10. Орка добычи нет, извиняйте. Можно сейчас под шумок по-быстрому поставить базу справа. Хотя зачем, если... Если у тебя все равно рабочих нет. Надо телепорт купить, не забыть. Здесь у меня был магазинчик один. Архмага может кого закупить. Наверное, еще вот... А, нет, у меня Кадоя молодого. Вот, да. Чувствую, чего-то не хватает в рамках лимита 50. Согласен. Да. Ну же, приказ, я готов. Но что-то не выходит. Да. Наш друг. Что орк. Что-то мне подсказывает, что он его андет не добивает. Да. Не, он живой. Вот жуки, а? Вот жуки. Хотя, казалось бы, как бы... Приходи, убивай. Welcome, там... Хотя, чем? У него вермов нет. Купил бы холод. Зачем мне холод? А ему нужен слот для инвула, свитка или еще чего-то. Ну, вот это надо было купить. Но этого я не купил. Хороший выбор. Да, орк все еще ленит. Я это... Сто причем, а я с 50 тут подхожу. Что хочу доказать я орку? Ну как, что мы сильны? Как 300 спартанцев? Нет. Надо, Миша, пощади. Нет. А, СМФ, видишь, ты здесь базу планировал. Ну, да, сейчас он может, конечно, пойти. Правильное решение. Но я вардом типа его могу увидеть. Что прикажете? Чем могу служить? Он должен на базу выходить просто. На мою, на это. Тауренов я не строю. Ладно, давай так. И что еще? Вот сюда вот еще. Раз, два, три, четыре. На 50 лимита сидим. Хороший выбор. Что прикажете?
Все, у нас три героя, немножко кастеров, я готов. 100 лимита, говорите. Работаем. И Кадой. Кадой — это самое главное. Молодой Кадой. Да, что вам угодно. Что приказали? Ой-ой-ой, он выходит, да. О, вот это загляденье. Ребята, давайте в бой! В бой! Я даже вмешиваться не буду, потому что я не сраный тиммер. Я посмотрю на это блейдом, даже добивать никого не хочу, чтобы... Ой, Старфол, хорош! Вот это я понимаю уровень. Ну, орку надо, орк сейчас выйдет, он проиграет, потому что Таурен и Вермов не контрят. Даже с этим, с воскрешением. Блейдстон, Блейдмастон, Блейдстон! Телепортируется? What? Анде телепортируется? И этот телепортирует. Что? Господи, что с вами не так? Один испугался вермами Тауренов. Другой спустя 2 секунды после телепорта врага стелепортировался сам. Хотя я не понял, что это бы... Кто-нибудь объясните мне хотя бы логику орка. Эта показуха была мне тиммера. Ну, я не понял вообще, зачем орк стелепортировался в конце? Чего хочешь? Как? Я не знаю. А, мне кажется, орк видел бесплатными тауренами, что Бандет тебя забрил. Отлично, кстати, да. То есть, ну, по сути, он реально получил экспу на халяву. И оба разошлись при своих. То есть, все герои живы. Что-то подозрительно. Пинг у него огромный. Но не 2 же с лишним секунды. Там, тем более, он же телепортировался после. Там же еще эффект появляется. Он, может, он в пылу сражения не увидел просто этого эффекта. Ё-моё. Да, повелитель. Да, повелитель. Что есть? Можно Таурену взять на самом деле вместо арбы. Колечко на память, колечко. Плюс 5. Зайдет вообще классно. Меня все устраивает, я не буду форсировать, не буду сейчас агрить никого. Если они выясняют отношения, пусть выясняют дальше. Тем более, они же не знают, что я видел, как они сражались. Ну, это было очень странно. Давай так сделаем лучше. Золотой рудник. Тут Блейд бегает, СМФ. Ой, закончилась база, слушайте. Освобождаем лимит далее. Архмаг передает Таурену. Колечко. Берет флейту меткость. Да, тут что-то было, надо обновить варды, наверное. Немедленно. Избегать блейдом. Я по-прежнему. Я вот сторонник невмешательства. Тем более, что если время работает на меня, какого хрена мне лезть? Правильно, правильно. Вот. Пусть они там выясняют, кто же сильнее, Таурены или Вермы все-таки. А я добываю золото из последней оставшейся на карте, ну, нормальном количестве шахты. Меня все устраивает, все устраивает. Вообще-то. Да, подрежу Шейду, не без греха. Окей. Да, хороший выбор. Да, повелитель. Ой, только не надо... Короче, что вермы прикажете? Опять ко мне летят, а мне баток да, нет. Да, повелитель. И он палит меня. Что капец. Да, у меня только один берсерк. Да. Он может реально сейчас на меня шатнуться. Ну, вышки есть, конечно, какое-то количество урона. Но лучше с батками, поверьте. Я проверял, с батками вообще заходит отлично. Да, вот он здесь. Я прилетел. Что прикажете? Да, Фрост этот. Чем могу помочь? Я командир. Да. Работаем. Что тебя беспокоит? Да, повелитель. Чуть назад.
скажете? Слушаюсь и повинуюсь. Ну что опять? Что прикажете? Что прикажете? 10-10-10, ребята. Ребята, 10-10-10. Ну, бабки бесхозные. Что будем жечь? Чё, командир? Что мне с ними делать? Что прикажете? Ну? Я это... Слушаю. Данды, я тут не долечу, не могу. Что прикажете? Давайте не будем добывать просто с этой шахты. Мне кажется, это правильный выход. Просто не добывать. Чем добывать с апкипом? Дерева по-прежнему мало. А это шредер тут уже все додобывал, что только можно додобывать. Да-да, добывал. Последнее, повторюсь, добываю черномышку у меня. Топовые герои у меня. Ну их, блин, двое. Двое их. Хотя у меня тут вышек на каждой базе. То есть можно... Но если мне проходиться по андеду, надо реально тут вычищать просто... Уж лучше пусть они лезут. Потому что я... Ну, они должны лезть. Между прочим. Так, стоп. У нас один саботер обнаружился, который... Мимо кассы золото добывает. Нечком, 3 часа там оставалось 700 голды. Так что в ней особо смысла нет. Ну там, конечно, можно что-нибудь быть, но там даже почти нецелесообразно ставить базу. Вот можно было бы сделать рейдеров, поубивать здание. Здесь могли уже, я думаю, Туторг поставил базу и добыл. Да, 740 здесь, никто не ставил базу. Что прикажете? Еще один плюс 5 кольцо, но арбу не хочется менять. ТП. Да. Чем могу быть полезен? Нет, ТП лучше оставить. Прикажете? Хоть и есть массовый ТП, но не внушает мне доверия. Что будем жечь? Ой, какой счет? 0-0. Первая игра. Новые смайлики завезли, ребят. Господи, что вы сделали сайтом? Просто офигенно, говорит Крисолит. Ты же был вчера здесь. Что такое? Если ты про 6 добавленных смайликов, я как бы их слушаю. Офигенных смайлов и так много. Что будем жечь? Без проблем. Мне бы баток взорвать. Что прикажете? Вот на самом деле, вот на это количество вышек даже с вермами лезть не камильфо. Чего? То есть они практически не решали батки. Они подлетали медленно, уже без сплэша взрывались. Были не такие эффективные. Поэтому, в принципе, можно добавить здесь еще несколько вышек просто. Да, котик вжух тоже появился. Избагрить этих баток нафиг. И начать... Вау! Шатнулся сейчас этот орк. Шатнулся, надо признать. И куда? Он тоже будет штурмовать вышки. Они все понимают, что как бы надо валить бобра. Бобра валить надо. Чем могу помочь? Я тут им ловушек западней наставляю. Как могу. Надо не забыть еще про третий Близзард. Он все-таки подрешивает, говорят. Ну сейчас я не хочу баток отдавать, потому что СМ ждет. Давай нападаю, у тебя таурены в миллион, он резуректить может, страшно. Да, и вот Андет уже здесь, судя по некросам, он с лимитом пришел. Твою дивизию, а что не так? Я тоже жить хочу, между прочим. Тут 12к, я же выбирал между шахтами. Не, я не вижу тут большой лимит. Но орк назад не уходит. Прикажу. Что примечательно. Немедленно. Да, чего хочешь? Чего такое? Ой, ё-моё. Но... Ой, я слышал зов. Ой, ты же подрежет. Правильно. Блин.
Давай, нападай, давай, нападай. Почему-то я как Регина Дубовицкая, пошли уже вот эти вот. Эй, полезешь, что ли? Прям полезешь. Я готов. Давай только линк сделаем. Я готов. Ты там дыши. Ах, вы паразиты, а. Меня палит, я не могу массовый ТП сделать. Капец. Ну, я начинаю мириться с тем, что сдаю базу. Надо сливать лимит, добывать. Что прикажете? Что прикажете? Да, сова меня палит. Вер, мы не в стаке, врезаться в них смысла нет. Как скажешь. Наш город напали. Все, командир. Я это... Что прикажете? Я не буду сдаваться. Что прикажете? Я планомерно отдаю. Восстанавливаюсь. Тут что могу, восстанавливаю. Да, там продакшн, да, здесь продакшн еще. Надо сделать, чтобы они в стаке были, ребят. Чтобы они выбрали цель, это будет после убийства. Или на дальнем бараке. Что отсюда я уйти не могу. Там один верм еще битый. Да, они на дальнем бараке. Или сбоку залетят. Они сейчас раз, два. И на этот барак они могут, он может проатачить его. Вот как сейчас, принудительно. Уже там. Явно сплитится. Как скажешь, начальник. Я это... Да, да, да. Вот оно. Уже там. Ну. Без проблем. Как скажешь, начальник. Почти. Ну, по крайней мере, 45. И я добываю опять. Орк проходит. Убивает мне сверху. Тут мне Шреддер, к сожалению, которого он спалил. Что прикажете? Немедленно. Что прикажете? Что прикажете? Я видел это во сне. Что прикажете? Шреддера бы спасти. Да. Нельзя. Нельзя было это делать. Что прикажете? Лайдаврского убиваю, отступаю. Потерял 6 лимита. Отступаю только из-за Старфола. Надо кастеров возобновлять. Срочно возобновлять кастеров. Вон оно что. Что вам угодно. Да. Полезай. Да, почему вы выпали? Да. Хорошо стоим. Маны, правда, маловато. На панду хватило. 34 лимита убивает 100. Просто убивает 100. Куда ты собрался, друг? По славу пылающего клинка. Да. Да, прикажете. Что прикажете? Чем могу помочь? 4 лимита просто. Что прикажете?
А, такая позиция шикарная. Тауринов штук, наверное, 15 умерло. С кастрами, с всем фаршем. О. Давай заказываем рабочих еще. Ну, типа орка надо добивать. Андед, конечно же, Андед меня выносит. Но это была эпическая просто битва. Таурен дает контроль, Архмаг ауеш, Блейдмастер тоже дамаг вносит просто конский. Мана регенится как... Как бешеная. Поехали к ним на мейн и пытаться алтарь убивать и там дальше ему навязывать. Надо убивать, в общем, как-то орка. Я понимаю, что это сложно, мы его полностью тут точно никак не убьем, но... А, Виверн он делает, я понял. Я готов здесь посражаться, хотя... Хотя Блейд нормально шатает. Не, сейчас здесь не надо сражаться вообще. Максимум это герои там нахаляют и все. И то не получается. Не, у него нормально все. Он способен дозаказать там себе еще лимит 100 виверн и как бы нормально. Не сложно ему это сделать, не сложно. И это пугает, конечно. Что есть же еще Undead, а у него экономика еще лучше, чем у орка. Это капец. Поэтому мне надо возвращаться домой. Делать там пару баток хотя бы. Но лучше вообще достроить кастеров и сделать, ну, 4-5 баток для... Ой, бред, конечно. Не, я не факт, что здесь выиграю. То есть, как бы, остановить лимит один, при том, что его можно еще отстроить, это... не показатель. А сейчас можно было стелепортироваться, на самом деле. Сюда какой-нибудь СТП делаем. Он должен бояться немножко меня. Он не знает, какое количество там у меня всего. Да, и он телепортируется, боится. Вот прям... Нравятся они мне. Классные такие. Шреддера сверху надо убить. У меня Шреддера еще нет. Шреддера надо купить, наверное. Сложно все, ребят. Сложно очень. Вот, да, нужны батки. Нужны батки. И виверн взрывать им. Ну, хорош. Вот гад, а мудрость. Еще здесь подрезает. Нужна моя помощь? Что прикажете? Прилетел. Я это... слушаю. Возвращаемся домой. Да. Меня мало уже. Да, у меня, по сути, нормально одна только база, и то Т2-шная. Но все необходимое, ну, в плане строительства, там, базы, так скажем. Дело сделано. Есть. Хотя бы несколько баток, чтобы либо виверн взрывать, либо этих взрывать. Ой, не лезь. Денег очень мало. Больше денег именно в шахте, а не на руках. Собирать лес. Шреддер не хочу брать, потому что тут на лес два рабочих. Шреддер возьму, 4 лимита будет занимать. Мне, конечно, лес не нужен. Давай лучше без вышки, просто ты тоже собирай лес. Родов надо поставить. Немедленно. Новых. Че, командир? Не дают мне. Но... Я не могу сейчас никаких решительных действий делать. Потому что в чистом поле я с одним, конечно, смогу сразиться. И то так условно. Ну, с Андедом... Нет, я вряд ли смогу с таким лимитом с кем-то в чистом поле сразиться. А, надо Боросов доделать. Вот что нужно сделать. Чего хочешь? Потому что до заказа для экстренного у меня нет вообще окна никакого. И... Нужна моя помощь? Что прикажете? Чего желаете? Да.
А биться друг с дружкой они вряд ли будут. Так, давай-ка ты пройди, попробуй здесь поставить вард, здесь и здесь. Я понимаю, что это ты, скорее всего, смертник, но... По шагам ставь варды, чтобы увидеть, когда тебя спалят. Правильное решение. Хорош. На ощупь идет. Не, ну мудрость на самом деле может решить, что... А где? Орк... А, сова из центра прилетала. Точно, точно. То есть он в центре находится. И сова давно не прилетала, кажется. То есть... Пол... А, нет, вот она. Чего желаете? Так, подлимит 70 есть. Лишний рабочий у нас. Да куда ты? Ты смотрите, какой он. Может, взорвать его 4 бетки? Ну! Ну, ребята, ну! Ну, а чего мне? Все равно в лимите сижу. 4 бетки разменять. Профит. Ну же, приказывайте. Профит, но. Да, приказываю. Немедленно. Обновляю варды на случай атаки. Чего алтарь хочешь? Бы еще починить. В таком месте стоит, что... Так, мелькнул, да, здесь герой. Я прилетел. Без проблем. Как скажешь, оп. Начальник. Так, я понял. Нет, в принципе, баток подпускать по 4 штуки в сплэш, убивать там 6 виверн, это... Но... Ну хотя зачем? Тебе все равно экспата не нужна. Вот зачем, скажи? Не, зачем. Но они же так эффектно взрываются. Что да. Блин, в точку. Взрываю, потому что могу. Так, виверны здесь. Круто. Нужно дожидаться стека виверн. Я это... Слушаю. Что прикажете? Да. Шиду ловим. Что такое? Он спрятался вообще. Какое-то странное поведение. Что? Да нет у меня баток, я не собираюсь тебя взрывать. Чего ты там шкеришься? Уже все равно я тебя вижу. Троллей лучше своих, закреп зеленых. Слушаю. Че, командир? Ты начальник, как скажешь. Стоит. Майкер ровно 13 тысяч подписчиков. Еее! Повезло. Без проблем. Да. Ну и ясно. Что прикажете? Наш город напали. Да. Ну ясно. С удовольствием. Нет, нельзя так. Надо, чтобы они были, по крайней мере, на клеточку. Нормально строим. Круто. Там 7 МК, такие дети вообще. Там 8 Варден, кажется. Должна быть 8, да, 8 Варден. Козел 6, наверное, да? 6 козел? 6 козел, господи! Ой, ладно, забиваем. Нет. Ну, естественно, а что же еще делать? Да, Старфоль, конечно, чемпион по сражению с башнями. Конечно, конечно, лучший из лучших. Может, рейдеров? Ну, тут буквально несколько строений. Дело сделано. Еще бестиарии хреново стоят. Дело сделано. Да и Спирит Лодж тоже. Что прикажете? 6 косарей. Шахтим. Бестиариев остается 2. Два это мало. 2 это очень мало. Что прикажете? Что вам угодно?
Ладно, самая главная задача это сам Дедом. То есть он угрозу реальную представляет. Потому что орк с тем лимитом, он не возьмет. Вот хотя и Андед тоже не возьмет. Сложно. Сложно. Андед бегает. Телепорт убивай. Кем? Я 4 батками это... пачка вермов? Слушаю. Приходи к нам играть в FIFA. Нам нужны такие профессионалы. Как раз вот когда попадается такой сосед классный. И, как правило, дело сразу сделано. 2 базы получаешь на халяву. Что прикажете? Телепортируйся, убивай. Что прикажете? Ой. Да. Какая да, молодежь вообще. Ну... Ну, посмотрите, короче, да. Warcraft изучайте. Благо, стримчики есть. Телепорт. Кто это написал? А, Undeath. Как запомнить. Короче, орк шкерится у себя на мейне. Undeath убил у меня все, за исключением вот этой вот штуки. Я единственный сижу и добываю деньги. Это счастье продлится еще 9 минут. После этого... Ой, рейдеры полетели. Вау! Рейдеры пошли на заработки, но их никто не предупредил о тяжелых условиях труда. Никто им не сказал... Куда ты, маленький? Иди-ка. Спасение будет рядового рейдера? Нет, все забили на него. Нет, будет. Целая делегация выдвинулась. Успеет ли тьма? Успеет ли? Не, не успел. Надо провести расследование тщательное. Труп есть, рейдера нет. Что-то подозрительно. Сейчас пущу в ход иллюзии. Обман. Что прикажете? Что прикажете? Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Да, солнышко. Да, солнышко. Панцай. Хороший выбор. Что прикажете? Воу-воу-воу-воу. Спалено, ребята. Что прикажете? Что такое? Уже там. Виверны, где? Я это... Он Виверны расконтролил. Ребята, это подстава просто. Прикажешь? Просто подстава. Что прикажете? Нас предали. Что, ну еще там... Что прикажете? Предали. Что? Минус Архмаг. Минус Таурен сейчас, скорее всего, будет. Надо здесь тянуть. А, и он телепортируется, вот. Архмаг, да, проявил небрежность, конечно. Ждать мне ли мне его или нет? Пока ждем. Батки все отдались, кстати, на... Судя по всему, на вышках. Ну, 4 батки они пролетали. Вот здесь вот. И убились. Рахмак ушел быстро. Ну, там блинк-даггер от МК, насколько я понял. Или дроп. Я пропустил начало. И все. Так, баток. 4 штуки. Вижу. Круто. По нашей душе опять. Я прилетел. Пойду ловить. Правильное решение. Тестинго. Я слушаю. Что прикажете? Я это... Да, слушаю. Что прикажете? Без проблем. Так, подчеркивание арт поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, у нас было 2 компа в локальной сети, 75 варкрафиков, 5 упаковок чипсов, полбанки кофе и целое множество колы и лимонада всех сортов и рассвета. Не то чтобы это был необходимый запас для ночного загама в клубе. Но если начал гамать в Warcraft, становится трудно остановиться.
Talk, подчеркивание Арт, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: единственное, что вызывало у меня опасения, это Фаерлорд первыми героями. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем эфирный зомби. Я знаю, что рано или поздно он выпадает всем. Короче, ребят, у нас проблема, потому что... Нет, Архмаг вышел, это хорошо, это уже не такая большая проблема. Но проблема в том, что орк пришел в движение, и... Вот это проблема. Когда орк приходит в движение, это просто опасно. В выгода. Взорвано там минимум 6, скорее всего, ближе к 8. Эй, а куда ты? Ты не обознался, нет, друг? Я не прыгнул! Капец, я дурак! И выходим из лимита. Держись, Михаил, держись. Да уж, я это... Слушаю. А, лечишься, да? Молодец. Блин. Не, потом я смогу уже лимит сделать еще вот. 2300 от... Мудрость бегает, Spirit of Vengeance. Как я и предвидел. Да. Да. Чем могу помочь? Правильное решение. Тестинго. Орды там расставляем, потому что маны вообще. Вот так вот. Вот так вот. Бараки сделать для 100. Из... Бараки дают еду, да? Боролся, наверное. Пять эксперты, эксперты. Никуда не деться от них. Ну никуда просто. Сверху. Гдыщ. А, с пламьем, сорямба. Мало баток. Я перестроил этих. Ну, уже скоро буду... Сейчас докачаем рабочих в расход. Ну, точнее, они лес некоторое время подбывают. Потом начнем уже на оставшиеся деньги что-то пилить. И то... Я бы не торопился. Правильное решение. Что прикажете? Мы расставим варды аккуратненько. Хороший выбор. Скорый. Слушаюсь и повинуюсь. Да, повелитель. Чем могу помочь? Чего желаете? Тестинго. Правильное решение. Дело сделано. Что прикажете? Скоро нападет. Ну опять. Че надо, коллег? Красавчик. Мудрые слова. Че надо, коллег? Да ты офигел? Две батки сейчас как тебе ух. Нет. Неудачное место просто для боросов, я считаю. Надо ставить как-то все-таки. О, вообще там место такое шикарное. Что прикажете? А сверху орк. Я там транквилом. Надо пройти не могу. Даже блейдом я туда не пройти не могу из-за боруса. То есть мы это логово теряем просто. Отпусти, короче, и забудь. Вот в чем фокус. И вот все присматривают за тем, как люди грабят. То есть у меня вот отсюда вот эти упыри. Может выходить уже? Да, выходи уже. Я чувствую, не хватает мне баток. Две не контрят пачку вермов. Капец. И главное, за этим всем орк смотрит. Внимательно такой, да, сейчас, да. Что прикажете? Я это... Прикажу. Я слушаю. Надо много баток делать. Просто много баток. Да.
Хороший выбор. Кодой пошел разбираться один под Бадласом. Уверенно. Там наверху грабить больше нечего. Дело сделано. Что такое? Что прикажете? Да хватит! Да, повелитель. Что прикажете? Я это... Слушаю. Золотой ручник. Все, счастье закончилось. Да-да. Что такое? Ну, от шести уже можно, в общем. Но лучше не шести. Что прикажете? Да. Чего хочешь? Я это... Угу. Слушаю. Да. Чего хочешь? С поборусом по-по-по-по-по. Я прилетел. Что будем жечь? Позасаживаться. Что прикажете? Вермы сложнее взрываются, чем... Откуда сова прилетает? Сверху, да? Обложили бобра, блин. Обложили. Слушаю, приказывай. Наградобаш. Ну, я прилетел. Слева орк. Там недавно андед был, но вот они, видимо, особо не пересекаются по жизни. Так, а если развлекать? Ну кого ты будешь развлекать? Придешь к орку, тебя сразу двое будут отмечить. Тебе нужно находиться здесь сейчас, принимать этих упырей. Принимать их. Мать их. Что будем жечь? Ничего себе, спасибо большое. Я есть это... пачка баток. Слушай, я прилетел. В общем-то. Да. Что прикажете? Что прикажете? Да уж. Что такое? Оттуда да, сова прилетает. От СМФ, а здесь мудрость стоит. Что прикажете? Чем могу помочь? Что будем жечь? Капец. Что такое? Да, прикажете. Да. Я это... Слушай. Нас атакуют. Да, прилетели. Да. Они друг за другом, они в очереди стоят там. Реально, прилетает прям сквозь. Андеда орковская сова. Никого ничего не смущает. Свои совы полетели. Я в шоке, дорогая редакция. Критуй, Блейд. Да, давай, разминайся. Что прикажете? Я прилетел. Что прикажете? Чем могу помочь? Я это... Слушай. Что прикажете? Теперь сверху. Да, прилетель. Что такое? Что прикажете? Но... Грязь. Это просто грязь. Ну и начнем с того, что они как бы вообще... Посмотрите на карту. Они соседи. Да, ой, слушайте, тут... Прилетел. Тут провокация идет. Он баток строит. Да. Орк строит баток. Это... Вот они летят. Уже там. Что прикажете? Да, повелитель. Класс, блин. Да. Что прикажете? Да, повелитель. Да. Что прикажете? Класс. Что такое? Что я прилетел. Это... Слушай, чем могу помочь? Да. Что прикажете? Что такое? Да. Ну. Как скажешь, начальник. Сверху андед, снизу. Что такое? Орк. Без проблем. Весело живем, друзья. Ты начальник. Как скажешь. Капец, как весело. Начальник, командир. Круто. Ты начальник. Как скажешь. Я это... Что прикажете? Да, прилетел. Я прилетел. Чем могу помочь? Да. Что прикажете? Да. Что будем жечь? Да. Ах ты, сучок. Извините, пожалуйста. Слушаю. Да. Приказываю. Чё, командир? Что прикажете? Там еще козел козлит. Да. Да. Слушаю. Да, повелитель. Что прикажете?
Что прикажете? Шести, да. Я прилетел. Что прикажете? Да, командир. Нас атакуют. Я это... Правильный. Слушай, начальник. Ну, а подрезал одну батку. За Космодан. Ну, сейчас, конечно, ворваться. Но опять же, ладно, давай уже, чё. Один раз живем. Мать земля, помоги мне. Да, повелитель. Что прикажете? Да, вот оно что. Что прикажете? Правда, меня сова ждет. Что прилетел? Да. Да. Но. Да, повелитель. Сейчас я МКУ отпустит. Что прикажете? Вообще нельзя идти вообще никуда. Нельзя вообще. Это абсолютная глупость. Орк там уже с батками снизу подходит, вот он. Уже там. И тап. Да. Что такое? У меня зла нет, просто да. Зла нет. О нет, я не буду сражаться. Что прикажете? Слушай. Что прикажете? Но. Как же быть? Да. Слушай, еще батки летят, прижуюсь. Вижу. А, виверны. О, он сделал дозаказ. Это хорошо. Да, повелитель, приказываю. Выхожу из лимита. Да, повелитель. Да. Баток строят. Сейчас виверн новых можно подрезать. Да, вождь. Да, пока батки не долетели, давай. Без проблем. Чем могу быть полезен? Что прикажете? Что будем жить? Да, но... Да, чем могу быть полезен? Что прикажете? Че такое? Круто. Я прилетел. Что прикажете? Мап. Я это... Слушай. Это мои. Что прикажете? Правильно слышал зов. Что прикажете? Но... Да, прилетел. Критуй! Что вам угодно. Карада! Че такое? Того, что прикажете? Ах ты сучок, а? Да, ну да, тут Андед, слава богу, не напал именно в этот момент. А, у меня кастеры вообще закончились, да? Это косяк. Это огромный косяк. Минус, Варден. Что тебя беспокоит? Я это... Давай. Слушай, я прилетел. Но... Вот это сюда? Да, прилетел. Ну что, прикажешь? Да. Передал ТП? Да. Опасно. Выбор. Что прикажете? Я готов. Да, прилетел. Чем могу быть полезен? Когда инвул отпустит, скажи. Да. Признавайся, какой инвул взял. Что прикажете? Да, прилетел. Большой. А насколько большой? Что прикажете? У тебя ТП нет, да? Да. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший когда? Выбор. Чем могу быть полезен? Что прикажете? Мочи козла. Что прикажете? Что прикажете? Ну же, приказывай. Слушаюсь, вождь. Да, повелитель. Я не достал. Что прикажете? Да, давай, Михаил. Что прикажете? Нана. Да. Так, там уже этот, я сюда телепортируемся. Я нет, нет, нет! Блейд, дурак! Чего желает? Что будем жить? Но... Вижу рейдеров. Блейд у меня бежит, блин, торопится. Не успевает. Вам нужна моя помощь? Шаманов еще нет. Но... Тихо, 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 тихо. Я слышал зов. Так, ждем Блейда. А нет, шаманы есть, просто они не в том... Не по той точке сбора вышли. Регенимся. Так, у Андеда минус 3 героя. 3 героя. Половина вермов. Пара тележек. Ты лезть будешь, да? Ох ты, сдуватель какой, а. Чинить надо мне. Шаманы лишние. Ты начальник. Батки не нужны. Шманов тоже перебор. Вообще бы его словить, а. Куда вот он лезет-то, я не пойму.
приказа? Что прикажете? Что такое? Круто. Ой, давай в стек, давай. Хорошо, молодец. Да, дуй полностью. Мне, конечно, Таурен вообще очень, очень страшно, если он погибнет. Я не знаю даже, что делать с этим. А, не, подожди, знаю. Панда минус. Старфол. Отлично. Люблю Старфол. Так, все, минус два героя орка. Минус вся армия орка. А, Блейд у него вышел, да? Сейчас надо бежать к нему. Продолжаем выходить из лимита батками. ГГ дольше лишнее совок жалко. Йос! Измором взял, измором. Так, остался Undead. Undead остался, которого мы уже с вами... Уже да. Ой, тут бычок. Ну, сейчас аккуратненько сделаем разведку, убедимся в том, что у него нужный лимит. И можно потихонечку двигаться в его сторону. Потому что уже как бы можно и в чистом поле сражаться. Потому что я же и с тем в чистом поле посражался, и с тем в чистом поле посражался. Все нормально. Да, вермой... Ой-ой-ой, нет, подождите, я погорячился, а то сейчас скелеты пойдут. Парочку диспелящих чуваков давайте достроим. Нет, я готов сражаться в чистом поле, но чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. А то не хватит, буду потом кусать локти, типа не подготовился, зачем полез. Ой, готовится, конечно. Так, раз, два, три. Линк, не забудь. Да, пошли, пошли эти. А диспута, кстати, не нужен особо. Главное батык достроить. Класс. Не, диспо вообще нужен. Вообще нужен диспо. Так, пацаны, держимся. Сейчас батык достраиваем. Да надо там, чтобы поплотнее все было, поплотнее. Архмаг нормально все диспелит. У него, кстати, скорее мана закончится, чем у меня. Жалко, экспа больше не идет. Это было бы так классно. Так, ладно, хорошо, давайте уже пойдем. Очень много всего надо сделать. Взорвать этих и диспелить тех. Героев там поконтролить. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Турен, этот, два иллюзии. И так, так. Поехали. Что? Он ТПшится. Ладно, мне не к спеху, я, в общем-то, еще... Зачем держусь в лимите 80? Просто не хочу сейчас деньги тратить на случай восстановления героев. Пачка батока так и есть. Но он, типа, предлагает штурмовать его базу, да? Ладно, это можно устроить тоже. На майне у него выше, конечно. Нормально. Ну, можно пока поубивать базы, попровоцировать его. Их же все равно, скорее всего, придется убивать. Варды поставим заодно. Понял. Да. Что прикажете? Да. Что прикажете? Да, повелитель.
Чем да, могу помочь? Я командир. Убиваем. Да, следим внимательно за ТП. ТП там не на руку, просто если у меня армия будет разделена. Че такое? Да. Что будем жечь? Что прикажете? Лови. Что прикажете? Это телепорт. Так, а во время битвы спиритлинг до повесить. В первую очередь взорвать вермов. Ворваться в героев, стампануть. Потом скелетов диспелить, наверное. Ну, элементали, Blizzard, Wave. Там такая последовательность дикая. А, Spirit of Vengeance посылает. Да, мудрость решил сейчас посидеть. В принципе, я могу рейдеров построить. Пусть грабят. Хорошая тема. Тут на их половине пару бас есть, которые... Мудрый. Он сверху, то есть на мейне его нет, получается. Да, повелитель. Да. Ну же, приказывай. Что прикажете? Да. Что будем жить? А, вот он решил. Да, подрезал мне кастров. Нескольких. Надо его словить на этом моменте, попытаться. Че такое? Ну, то есть вардик. Отличный план. Куда он слепортировался? Слушаю. Что прикажете? Турен потратил. Я двойной раз нажал, блин, и... Что нужно? Да, повелитель. Че такое? Че я сдаю-то баток-то? Две батки уже минус. Ждем, жмемся. Денег маловато. А вдруг у него еще запас есть на дозакуп? Я ж умру там. Да, повелитель. Но... Что прикажете? Я же не знаю. Что вам угодно? Что прикажете? Что прикажете, начальник? Что будем жечь? Да, да. Что мы уходим. Мне бы его спровоцировать на битву, конечно, в не под вышками. Блин, он так, конечно, нет. Опа. А, это иллюзия еще. Капец. Еще Кадоя надо. Да что ж ты не телеп... Турен вообще дурак, блин, дурак. Капец, я второй раз уже телепортируюсь не туда. Ладно, деньги добываем. Лимит какой-то доделываем. Вообще нужна соточка. Да, учитывая то, как тебе тут баток подрезают, тебе нужна соточка. Корону королей уже дороговато, наверное, брать. Лучше деньги оставить на дозакупку. Рабочий лишний явно. Рейдеры пока грабят. Или взять все-таки корону королей. Что приказали? Да, повелитель. Че такое? Приказываю. Немедленно. Че, командир? Круто. Как сказать? А, грабежа нет? Нас атакуют. Что приказываете? Уже там. Говори, боже. Да. Что будем решить? Но что прикажете? Да.
Что нужно? За Орду! Исследование завершено. Да, повелитель. О! Я слышал, чем могу служить. Говори, муж. Да. Он рядышком убивает здание, чтобы меня грабежа не было. Да. Что прикажете? Нужна моя помощь? Что приказали? Ладно, я готов, в общем-то. Да, ты начальник, как скажешь. Без проблем. Что будем? Что прикажете? Пестивко. Что прикажете? Отдай! Вижу. Да. Да, видите, чем могу помочь? Во славу пылающего клинка. Ну! Да. Блин, капец. Будет исполнено. Да, вот оно что. Да. Я был не готов к этому сражению. Взорвал хреново. Ладно, у меня есть трейдеры, которые грабят еще какое-то время, они пограбят. Что прикажете? Я очень плохо все расконтролил. Ну, я не расконтролил, короче, так назовем это все дело. Ты начальник, как скажешь. Батки точно нужны. Это важный грабеж. Могу проиграть. Я не знаю, сколько у него денег. Если он способен еще лимит построить, то это... Чем могу служить? Что вам угодно? Пошел Хеленвард. Нужна еще пачка баток. Я прилетел. Что такое? Ну? Что прикажете? Так, эстеров мы восстановили. У рейдеров еще... О-о-о, спалили рейдеров. Я отведу их, пожалуй. Но они палятся просто. Они просто дичайшим образом палятся. Мне можно для отвлечения внимания напасть сюда. Но там мне все равно перехватит, лучше обойти. Тем более здесь рейдеры работают. Что прикажете? Да, повелитель, приказывай. Я прилетел. Да. Что прикажете? Он убивает сейчас здание. Там. Хороший выбор. Это инфосоточка. Немедленно. Что прикажете? Я слышал зов. Что прикажете? Чем могу помочь? Сейчас пойдет назад. Соответственно, я должен... Да, повелитель. Да. А он телепортируется. Нужна моя помощь? Слушай, да, мудрый слава. Да, прилетел. Но. Только. Г. Грязь. Слушай. Так, развели на телепорт, видим. Ё-моё! У него снова сотня. Ну, хотя тут, может быть, уже и поменьше. Хорошо, когда мы его видим. Деньги все кончились. Деньги кончились, Карл! Деньги! Где? Деньги, Карл! Нет денег. Только скажи. Так, 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 так. Так. Нет, блин, такая была последовательность. Ну, здесь все сграблено, естественно. Так, у меня снова есть пачка баток, ребят. Пачка баток. Есть какой-то ресурс тут. Такая жесть. Парочку этих ВД сделаем хотя бы. Да,
Ну же, приказывайте. Что прикажете? Я это... Ба, так лучше на старте не показывать вообще. Круто. Что прикажете? Что мне типа были рядом, но как бы нифига не рядом. Говори, боже. Пилар ЧС, я проверил. Да, повелитель. Да, приказывай. Что прикажете? В зоне точка, да, вот он здесь. Точка.экс поддержал ваш канал на сумму 250 рублей. О, Зондекс, привет! Привет, старой школе. Да. Зондекс. Давненько, давненько, слушай. Это же... Это же Зондекс. Ты же с Питера, товарищ. Короче, я пошел уже, все. Нафиг надо, я буду сражаться. Типа, но мне кажется, что... Типа не получится. Вот он здесь. Что прикажете? Я это... Слушаю. Да, вермов конское количество. Давай сразу сюда, сюда. Побежали. Так, вызываем, отступаем. Можно накинуть раз, два, три. Блейдмастера так, так, так. Тут так, типа, бить. Можно блейдшторм сделать. Вейв. Земля того. Что прикажете? Будет исполнено. Что прикажете? Я телепортируюсь, убиваю козла. Может еще верма заберешь. Критани! Ну, бас. Да, кастеры не ушли просто. Кастеры не ушли, у него лимита больше, я проигрываю. Я проигрываю. Что нужно? Да, повелитель. Мне хотя бы нужен один хилвард. Нужно как-то найти способ подрезать по юнитам. Ну, учитывая то, что я архмаг, это, конечно, сложно. Говори, так, парочку рейдеров сюда отправить, чтобы не все яйца в одну корзину класть. Вам нужна моя помощь. Чего один бладласт. Ну, он хорошо подсплитил, во-первых. Вперед. И все. Что нужно? Да, повелитель. Я слышал зов. Что прикажете? Да. Да, нужна моя помощь. Чего желаете? Нас атакуют. О! Блин, какой же он битый, а? Говори, боже. Может, ступаешься сюда? Да. Там его явно мало. Да. Давай массовый ТП. Нет, там молоток же может быть. Не, вермов-то у него больше осталось. Сейчас посмотрим, сколько здесь народу будет. Может, ты телепорт купишь, а, пока что? Я готов. Какие деньги, Миша? Да, прикажете. Что прикажете? Что приказали? Только скажи. Ответы стали. Ну да, он козла воскрешает. Наверное, все-таки телепорт это ключевое. Немедленно. Капец. Я слов нет просто. Может, мне архмага убрать и пытаться двумя товарищами? То есть с Виндвоком и с Стоуреном я-то уйду, с Блинкдаггером. То архмага потеряю, будет плохо. Пусть архмаг будет здесь пока что. Эти два товарища, по крайней мере, могут охотиться на, там, на козла, например, на того же самого. Могут, могут. Или на эти, на обсидианки какие-нибудь. Что прикажете? Да. Да. Что нужно? Что прикажете? Да. Что приказали? Телепорт есть. Блэйд закуплен. Да, повелитель. Нет, посмотрим, что у него, где у него. Что прикажете? Да, повелитель. Хороший выбор. Что прикажете? Алтарь не горит, но уже прошло приличное количество времени. Только скажи. Да, повелитель. Деньги сейчас вообще лучше не тратить. Тут еще два алтаря. Хороший выбор. Ёпрс, это.
Там лимит вермов опять. Он долго эти деньги добывал. Я, мне кажется, что вообще ничего там не подрежу, короче. Опять баток строить. Да. А что еще делать? У меня нет других опций. Стафов нет, ничего нет, рейдеров я теряю. Воу-воу-воу-воу! Турен, уже некого спасать. Я готов. Что прикажете? Что Паловец, прикажете? Подругам. Я прилетел. Да. Да, вождь. Да, повелитель. У меня есть два бетрайдера. Да. Вторая игра нет, то первая игра. О, грабить практически нечего. Лимит у меня меньше. Ох, ну орка, по крайней мере, я убил, да? Тише, ГГ, нет, нет, нет. Я еще что-нибудь попробую тут. Вот я не знаю, как Архмага спасать, вот реально, он такой, такой не очень. Будет исполнено. Его там кто угодно унижает. Что прикажете? А вот Блейд с Таурином. Ну, под вышками-то понятно, он меня не штурмует. Тут вообще патовая ситуация. Потому что вряд ли он сможет прорвать, он даже вермами такое количество в башен убрать. Но. О, у меня рабочий еще есть. Опа! Новый уровень грабежей. Ладно, одного оставлю, назову его Василий. Ну же, прикажи, еще могу помочь. А где ты трупы нашел? А, кладбище построил. Это решение, кстати. Реально, если он кладбище построил, то мне нечем. Да, тогда не патовая ситуация. Тогда он просто меня уничтожает. Либо я ищу этот Spirit of Vengeance. Слушаюсь и повинуюсь. Что прикажете? Что, реально он здесь кладбище, что ли, отстроил? А земля где? Что прикажете? Что прикажете? Не-не-не-не-не-не, нет! Ошибка. Хороший выбор. Ой, ошибка. Да. Что прикажете? Ой, ошибка. Так, надо сделать. Стоп, один, надо заклинание. Нет! Нет, 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 нет! Еще разок. Да, повелите. Слушаюсь и повелите. Фух. Капец. Я уж думал все, но нет. Иллюзий. Да, повелитель. Ну же, приказ. Да. Плохо да. Все. Немедленно. Да, повелитель. Беги, Блэйд, сейчас муманка отгеним. Все, все это нормально будет, еще живем. Правда, преследуют нежить. Нежить преследует рабочих, которые... Угу. Которые на заработки также были отправлены. Так, ладно, если что, то что? Варден, ты не убьешь у нее блинк? Ну, маловероятность, там три крита подряд после стомпа на половине хп не пройдут, то не убьешь. МК забей под аватаром, 500 хп, 5 бар армора. Козел, да, козел самый реальный клиент. Ну, я эффективно зарабатываю, смотрите. На стриминге называется. Как заработать на стриминге? Чувствуйте ритм. Бесконечно можно чувствовать. Не слышите? Слышите? Они по 4 приносят. Раз, два, три и 4. Большой гамбургер уже горит. Предлагаю взглянуть на игру под другим углом.
Ой, нет, не так. Вот так вот. И вот так вот. Все. Вот наша база. Что прикажете? Готовы? К легкому головокружению. Я это... Слушаю. Да, повелитель. Да, чем могу помочь? Да ладно! Это еще и опасная работа, видите? Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Приказу. Ну? Да. Что прикажете? Что прикажете? Да, вождь. Да. Чем могу помочь? Что прикажете? Да, вождь. Ну что, поехали отдаваться. Вы готовы, друзья? Давай сделаем хотя бы разведку. Ну да, мы проходили уже эту разведочку. А если мы его хитро-хитро покаятим вообще? То есть, типа, выйдем сюда. Мне нужно посмотреть, кто у Warden Silence, ТП. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Да, вождь. Что прикажете? Что прикажете? Что вам угодно? Ну мы не выстоим, это явно просто... Что прикажете? Понял. Да. Что прикажете? Чего хочешь? Там рабочие были еще живы, оказывается. Что прикажете? На наш город. Че он боится-то? Ладно, если последовательность, то что? Смотри на козла для начала. Козел затарен вообще по самой не балуйся. Да, но... Правильное решение. МК как? МК даже память проще, чем козел. Слушай, да. Что прикажете? Да. Что прикажете? Чем могу быть полезен? Да. Да, вот. Что прикажете? Да, повелитель. Давай нападай. Трус. Что прикажете? Да. Нужна моя помощь? Да. Хороший выбор. Нас было шестеро. Да. Чем могу помочь? Да. Ладно, еще две батки. Что ну, упырей не считаем. Да, повелитель. Да. Что прикажете? Короче, я пошел тебя развлекать. Это мы еще посмотрим, кто. Кто как, на кого будет нападать. Оп! А? Как я его вытянул? Это такая тактика, ребята. Это просто манипулирование высшего уровня. Шейду подрезал. Ой. Так, давай-ка мы попробуем. Что прикажете? Слушай. Что прикажете? Что прикажете? Да. Что прикажете? Ну, да, прикажете. Ну. Какой-то тяжелый вообще. Что такое? Да. Ну. Чем могу помочь? Что вам угодно. Так, ну давайте четко по героям тогда, чего уж тут. Начнем с МК. Слушай, чем могу помочь? С МК начнем. Глядишь, он за Космодан не сможет сказать. Немедленно. Как? Гага. Из бинда ушел Блейд и все. Топ-1. Отрыв 120 тысяч. Ну, тиммеры. Тиммеры опять. Этот орк, а потом еще... Да. Иди грабь героями. Да, отличный совет. ГГшечка, первая игра завершена. Как я это самое не алё. Как я не... .236, что это было? Ну, ты все пропустил. Ты все пропустил вообще. Пропустил такую игру. Так, пух здесь. Стрем. Стрем оф ПЛЗ. ГЛ ХФ. Рэдим. Как там хотел? Сек. Слот. Фор. А хавк это вообще... Нет, никто, а он... Сейчас посмотрю, что он там говорит. Не, он играет.
он играет. Гу. Так, ну, кстати, пух был в прошлой игре. Он вылетел где-то, ну, минуте на 15-й. А я продержался 2.5 часа, даже больше. А как бы время, которое ты продержался, пропорционально, естественно, скиллу. То есть можно сказать, что 5, 16, 25, 12... В 14 раз скилловее пуха. Ну, и как бы если мерить такими категориями. Да, то можно... опять работа. Ну, я пошел. Давай новую карту дальше. Какую что? Нет, уже чего? Все. Да, надо пуху передать это. Да. Ты в Москве ведь теперь я на постоянке, как... говорит Зондекс. Нет, я в Москве. Хорошо. Никогда на постоянке не был и сейчас не нахожусь в Москве. Между прочим. Я в Белгороде. Опять работа. Здесь у нас офис, между прочим. Гудгеймовский. Я готов. Да, господин. Ну, я пошел. Опять работа. Что нам в этой Москве делать? Только встречи там периодически бывают. Бывает и все. Так, ладно, вторая игра. Первая, напомню, была за орков, хотя героев мне дали таких, что... Хорошо. Можно было выигрывать. Нужно было выигрывать. Но вы видели по очкам? 120к отрыв. Если вы пропустили середину игры, там два упыря прям целенаправленно, целенаправленно. Одному люлей давал, второму люлей давал. Но у второго денег осталось больше, чем... чем у меня. Дорого это вот на двоих. Опять вот так работа? Вот. Да, господин. Чего? Мучить. Да. Поэтому я сражался до последнего, но бюджеты у нас не те. Я готов. Готово. Постройте ферму. Постройте ферму. Постройте готово. Ферму. Да, господин. Давай-ка дальше. Хорошо. Ферму. Я жду героя. Обязательно... Да что ж такое-то? Обязательно чего? Будем крепить... Опять работа? Вот этих вот... Чего? Товарищей. Герой? Отлично сейчас будет. Воу! Можно в Т2 поиграть. Нужна моя помощь. Ребята... Архмаг, второй раз. Хорошо. На старте в ФФА... Архмаг вообще хорош. Да. То есть он прям да. Будет исполнено. Да. Ой, вообще идеально. Видели как? Видели? Нужна какой пурдж был? Какой? Ой. Нужно приказывать. Чего? Да. Да. Как скажешь? Кто это пришел? Чего? Пух. Вот пух, а? Да. Да, я готов. Готов. Нужна моя помощь. Нужно, мне не нравится идея. Нужна моя помощь? А где тролли, не понял. О, они вышли за пределы. Сейчас мы быстренько экспанд. Я не увидел. Да. Ну, пух, скорее всего, андед, раз он пришел одним. Не хотя андед со странным билдом. Да, нет, пух не помощь. Может быть андедом. Да. Маг второй. Да. Что вам угодно? Да. Я готов. Надо рабочих поздоровее чего? Выбрать. Да, чего? Один что только калека получается. Превосходно. Футмены особо мне не нужны уже, получается. Нужна моя помощь? Ну, раз есть. Да, господин. Что вам угодно? Я давайте ферму. Опять работа. А вот магазин пригодится. Чего? Хорошо. Нужна моя помощь? Да. Как скажете. Как-то элементали я сейчас не очень грамотно подставляю, да. Мне кажется. Что вам угодно? Чего? Хорошо. Нужна моя помощь? Хотя нет, он ну, повытанковал приказ. Этих троллей. Что вам угодно? Стенные колокольчики для... Ну же, приказ. Может, реально надо два убивать? Я готов. Да. И третий АМ. Нужна моя помощь? Постройка завершена. Что вам угодно? Там... Нужна моя помощь? Ну или Т2, Т3, но без хавков, да, без да. Вот этой вот жести. А чисто хорошо. Там какие-нибудь ну же, кастеры рифлы. Да. Угу. Да, господин. Нужна моя и помощь. Все. Что вам угодно. Может, не готово. Стоит. Ну же, приказ. Да, не стоит. Нужна не нужно помощь. Мне лечение тут. Что-то двух футменов лечить, имея вторых элементалей. Вряд ли.
Нужна моя помощь? Да, лучше я этого пошлю сюда закупать. Что вам угодно? Шрёдера. Нужна моя помощь? Не хватает. Что вам угодно? Что с лесом, беда? Да, ваше сельство. Нужна моя помощь? Как скажете. Что прикажете? Есть! Как скажете. Ротоподъем! Что вам угодно? Блин, как неудачно-то получилось. Ну же, приказывайте. Мне бы хотя бы одно... Ну, шедера я уже не беру, это понятно. Ну же, приказывайте. Здесь я тоже. Будет исполнено. Ничего не беру. Что вам угодно. Бой! Да. Ну же, приказывайте. Здесь ничего не беру. Что вам угодно. Шел грейдинг Т2. Превосходно. Да, вот здесь, в атаку! Да. Нужна моя... Шедер мне нужен был. Да. Ну, он леса не хватает ни на что вообще. Ну же, приказ. Что вам угодно. Да, и снизу андет, и сверху андет, и слева пух еще. Нужна моя помощь. Опять работа. Непросто. Что вам угодно. Да будет так. Да, ваше сельство. Кто это такой? Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. Фаерлорд был. Фаерлорд и эльф. Это мой второй сосед, насколько я понимаю. Я хотел бы пострелять по элему. Что-то все какие-то серьезные, видите, добивают. Непривычно так. Нужна моя помощь? Очень непривычным. Дай-ка попробуем здесь шредера взять. Ну, футмены особо не нужны, конечно, но ладно. Я могу просто не добежать, да. Нужна моя помощь? Да. Будет исполнено. Архмаг почти четвертый на опыт. Здесь закреплено, да, потому что фаерлорд. Тут у нас что? Тут у нас ничего. Надо бы пуха разведать. Мне кажется, что он что-то замышляет. Ну же, приказывайте. А, он орк. Превосходно. Орк, орк, что орк. В принципе, можно с брякерами и кастерами его вольнуть. Или с этими, с... Нужна моя помощь? Это плохо. Чего? Как бы он меня сейчас не вольнул. Хорошо. Ну же, приказывайте. Согласен. Будет исполнено. Да? Да. Что вам угодно. Нужна моя помощь? Что вам угодно? Превосходно. Готов. Успел, гад. Хорошо. Хорошо. На нас напали. Нужна моя помощь? Готов. Постройка завершена. За второго героя пробую получить. Сейчас надо фокусить этого, сделать сразу кастеров. Ну, я пошел. Да, господин. Как скажете. Я готов. Салордерок. Да. Хорошо. Ну, да, я пошел. Да, ваше сядьство. Нужна моя помощь. Что прикажете? Ну же, приказывайте. Он не всеми что-то поступает. Что вам угодно. Я готов. Пока делаю рефлоп. Да, господин. На нас напали. Да. Здесь нельзя. Хорошо. Нужна моя помощь. Бою готов. Так, у него база только-только делается. Короче, его надо пинчить, прижимать сейчас надо на Т2. Надо его прижимать на Т2. Возможно, тремя даже арканками. Чего? Ну, я пошел. Нет, у меня достаточного количества леса, но, в принципе, для арканок-то много леса не нужно. Ну же, приказывайте. Я готов. Второй герой. Что вам угодно. Он ждет. Бою извините. Готов. Не хватает дерева. Опять работа? Ну же, приказывай. Чего? Хорошо. Я готов. Дробов с дерева перевести на более выгодную. Что вам угодно? Звери не убьют. Да ладно, он еще лезет. Моя помощь? Я готов. Куда стрелять? Говори. Что вам угодно? Нужна моя помощь? Supply блок. Чего? Здравствуйте. Не хватает дерева. Звери не лгут. Что вам угодно? Да, господин. Да. Хорошо. С твоим... Хорошо. Нужна моя помощь, друг. Естественно. К бою готов. Взять их. Да. Звери все, и главное сейчас ему не дать... Помощь?
Ну же, приказывай. Не дать ему сейчас. Главное. Нужна моя помощь. Берем пару свитков и сразу на эксп. Да. Пора на охоту. Нужна моя помощь. Так, первый приз только есть. Все, ресурсы в ноль. Ну же, приказывай. Наш город осаждает. Ну конечно! Это же ФФА, Михаил. Да. Ну же, приказывай. Чем я могу нужна помочь? Помощь? Тебе нужна моя помощь? Чем могу что помочь? Угодно. Чем я могу помочь? Да будет так. Да. Чего хочешь, зайка? Нужна моя помощь? Я несу. Неплохая мысль. Что вам угодно? Тебе нужна моя помощь? Да. Ну, если ты настаиваешь. Играть на Т3. Нельзя вообще сейчас никуда не. Чего хочешь, зайка? Чем я могу помочь? Уходить. Ну, в чем проблема? Я бы даже сейчас забил на этот. Что вам угодно? Сори. Чем я могу? Ну, давай сражаться. Ты главное не линяй отсюда, упыри. Что вам угодно? В чем проблема? Да. Да. Тебе нужна моя помощь? Самоны не решают. Сильно воркшоп нужен. Мортирки, картечи против одного и против второго. Это случайно Кирин Тор, не который рядом на меня сейчас нападал? Это он. Кажись, завезли халяву. Ну же, приказывай. Я читаю следы. Все, убиваем на халяву. Не так быстро, котик. Нужна моя помощь? Чего хочешь? Чем я могу помочь? Вопрос времени. Ну же, приказывай. Нужна моя помощь? Тебе нужна моя помощь? Что нас ждет? Ну, не так быстро, котик. Чего? Хорошо. Хорошо. Что вам угодно? Чего хочешь, зайка? По скиллу разобрался. Ну, если ты настаиваешь. Такой типа не рад. Нет, я не скрываю, что рад. Не так быстро. Еще, типа не рад. Пора на охоту. Такой типа ты нубас. Выбирай сумму. Что тебе нужна угодно? Моя помощь? Готов. Та же логика. Не так будет быстро, исполнено. Котик. Так, ладно. Нужна моя помощь? Тебе нужна моя помощь? Повезло. Лучше, наверное, дождаться уже мортир картечи Т3, Нерфайра и прочие лабуды. Хотя Пух может сражаться где... Нет, Пух не может сражаться нигде. Это же Пух, он... Он же... Он же красавчик, у него одна цель. Чего хочешь, зайка? Что вам угодно? Да, господин. Ну, я пошел. Опять работаю? Орудие чего? К бою! Угу. Хорошо. Да. Ну же, приказ. Пора на охоту. Постройка завершена. Тебе нужна моя помощь? Приказ, ну, картечь делаем. Третьего героя делаем. Да, рабочих переводим сюда. Хорошо. Inner Fire делаем. Ну же, приказ. Нужна моя помощь. Интересно, что у него там, а? Я вот... Ну, если интересно, сделай сокол, сделай разведку. Ты же вызвал сокол, лети. Интересно ему. Нужна моя помощь. Чем я могу помочь? Приказывайте. Ну же, приказывайте. Помни про диспл. Нужна моя помощь, зайка. Можешь быстрее? Что вам угодно? Иду. Чем я могу помочь? А где... Не так быстро, котик. А, ты был, видимо, в какой-то другой группе, друг. Чем я могу помочь? Нет? Ну же, приказывай. Не был. Что на этот раз? Редлорд. Приветствую. Не заметил. Не увидел. Скорее всего, у него берсеркер плюс кастер. А что он там еще может сделать?
такое, чтобы, да, берсеркер и кастер. Но это меня устраивает. Вторую мортиру ждем, мы идем вперед. Раз, два. Вопрос времени. Пару инерфайров. Что нужно? Смерть. Быстрее. Чего хочешь? Ваша. Укажите цель. Хорошо смеется тот, у кого большая пушка. Неверно. Я читаю следы. Конечно. Не так быстро, котик. Ну же, приказ. Тебе нужна моя помощь? Гер, подчеркивание, месть, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. И пару бас, пару бас, пару бас. И пару бас, пару бас, пару бас. И пару бас, пару бас, пару бас. На что жалуете? Ну же, приказ. Скоро на охоту. Звери не лгут. Ну же, приказ. Вен выходит. Им конец. Что вам угодно? Да, мой друг, тебе нужна моя помощь. Прикажете открыть огонь? Я никого не потеряю. Ну, пока. В чем проблема? Чем я могу помочь? Что вам угодно? Укажите цель. Можешь быстрее? В чем проблема? Иду, иду. Хорошо смеется. Чего хочешь? Что вам угодно? Двери не лгу. Что не хватает? Смело. Чем я могу помочь? Выступай. Ну же, приказывай. Лови, желаю! Лови, ядро! Я читаю следы. Нужна моя приветствую. Помощь. Прикажете открыть ну огонь? Же, приказ. Магия будет моей. Пора на охоту. Да? Чего хочешь? Укажите цель. Нужна чего моя помощь. Выходим. Им конец. Ну же, приказ. Лечимся. Что вам угодно? Надо сделать, наверное, вот так вот, так вот, так вот. Тихонечко в танчике выходить. А где почему мортиры не стреляли правильно? Я не знаю. Я им говорил, они молчат. Да, он лечится тут. Надо здесь сразу диспалить. Укажите цель. Что ну, Инерфайр давай кастанем. Что вам угодно? Быстрее. Исследование завершено. Да. Что вам угодно? Ну что ж, приказывайте. Лови ядро! Да? В чем проблема? Нужна моя помощь. Двери не лгут. Уже идем. Чего хочешь? Привет. Прикажете открыть огонь? Ну, тебе нужна приказывай. Моя помощь? Им конец. Что нужно? Смертный. Чем я могу помочь? Говорю, желаю! Говори, друг. Да? Что на этот раз? Ну что, уже в пути. На что жалуете? Звери не лгут. Скоро на охоту. Неплохо. Нужно, приказывай. Нужна моя помощь? Время не ждем. Прикажете открыть огонь? Куда стрелять? Что нас ждет? Нужно, приказывай. Учуял. Цель. В чем проблема? Что нужно? Смерть. Я тоже. Скоро на охоту. Звери не лгут. В чем проблема? Нужна моя помощь. Укажите цель. Что вам угодно? Говори, друг. Приветствую. Нужна моя помощь. Что на этот раз? Тебе нужна моя помощь. Жестем. Приехали. Согласен. Я читаю следы, да? Сразу брать да. Этих ментов, ставить здесь базу. Что вам угодно. Где ВП? Хорошо, так, пока пробегаем мимо, делаем шредером сразу же. Надо перестраиваться по фасту. Опять работа. По фасту перестраиваться. На что жалуете? Вопрос на что? Наверное, все-таки на танки. Сделать надо разведочку вот на этого. Раз. Undead, да, Эреникус. Что у него? Непонятно, что сделать на ближайшего эльфа разведку. Его нет просто. А, ну да, он же ушел. Блин, можно было там нычку на халяву поставить. Такой дурак. Так, два Undead, это точно. Нам нужны перестройка в танке. Да, я накосячил. Опять двойка.
Делаем танчики, делаем грейды на танчики. Что вам угодно? Да, здесь застроено так, что хрен с два ты базу поставишь. И надо идти сразу сюда, получается. Чего? Чтобы освобождать там. Есть 4 мортиры. В принципе, было бы неплохо, если бы... Если бы еще андеда текущим миксом можно было бы забрать, да, это маловероятно. В чем проблема? Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Прикажете открыть огонь? Хорошо. Ставим здесь базу. Скоро на охоту. Чем я могу помочь? Нужна моя помощь? Чего? Покупаем ботиночки архмагу. Хорошо. Что вам угодно? Свиток и, наверное, медальку пока что, чтобы попроще было жить. И ставим 4-ю базу. И да, нужны воркшопы. Но пока денег нет, учитывая то, что строится 3-я, 4-я, лучше, наверное, не... Вообще с танками, с массовым телепортом можно очень хорошо. Ну, хотя карта не такая подходящая, как... не такая большая, во-первых. Можно попробовать закрепиться вот на этой базе. А хотя, кто из них кто? Фиолетовый кто? Нормал нуб. Айреникус. Проверим еще разок Айреникуса, вдруг увидим... состав. Не увидели состав. Исследование завершено. А здесь что? Тоже ничего. Ну, вермы, гарги, явно воздух по продакшену. Вот тут вот непонятно, тут мало всего. Лучше на Айреникуса я пойду пока вслепую. Да, господин. Хорошо. Нужна моя помощь? Тебе нужна моя помощь? Может быть, успеем сейчас его. Говори, друг. Ну же, приказывай. Ну, желаю. Что вообще вертолетики? Ну, вертолетики это такая временная штука. Укажите цель. Эй, ты, лови. Так, не забывай делать апгрейды все. Бетон, лес, телепорт. Ой, инфернал. Не-не-не-не-не-не-нет. Тут явно нам надо ретироваться. Только я не могу ретироваться, потому что я спал. Погибли рифлы. Да, нужны танки, опять же. Нужны танки с 3 грейдами на атаку и... И вперед. Лечимся пока. А вот мортиры, мортиры, это... Ну, вообще не то. Чем они мне могут помочь? Только лимит едят. Хорошо. Что вам угодно? Прикажете открыть огонь? Нужна моя помощь? Можно спокойно сделать 7 танков каких-нибудь, 7-8. Что вам угодно? И все. Так, варды. Нужна обязательно, в смысле, стафы. Ну же, приказывай. Тебе нужна моя помощь? С ботинками его сбегать. О, понятно. Наш город осаждают враги. Надо идти сюда. Нужна моя помощь? И у нас 2 базы. Так, давай сразу сюда, наверное, танечки пустим. Основную армию сюда. Хотя, Айреникус вот тут. А это хотя это иллюзия, скорее всего, да? Нет, не иллюзия. Иллюзии левел не получают. В чем проблема? Наш город осаждают враги. На агрессию. Звери не лгут. Ну, приказ. Не так быстро. Нужна моя помощь. Открыть огонь. Готово. Пробуем. Да. О. Ну что ж, приказывайте. Устанавливаем здесь рабочих. Не так быстро. Открыть огонь завершено. Нужна моя помощь. Тебе нужна моя помощь. А нет. Так, герой он восстанавливает. Мне нужны рабочие наверх. А, он телепортируется. Так, он с танками разбирается. Я попробую здесь ему рабочих поубивать. Я читаю следы. Что вам угодно? Прикажете открыть огонь? На нас напали. Ну что ж, приказывайте. В чем проблема? Хавию желаю. Да. Тебе нужно открыть огонь? Ну давай, ну.
Нет? Убьешь? Не убил я шахту, получил уровень. Вот дебил какой, а. Я готов. Что угодно. Чего хочешь? Что вам угодно? Я иду. Ирон ли активировал премиум на ваш канал? Танками надо его дальше бомбить. Ну же, приказ. Блин. Что вам угодно? Хорошо. Смогу ли я с ним? Ну, я пошел. Сражаться-то да, нормально, да. Чистым полем. Я вот не уверен, что смогу. Айреникус идет. Главное, что у меня все в самонах, хотя у него. В чем проблема? Ёпрес, это. Какая там панда злая. И мне кажется, надо валить вот что сюда вот. Приветствую. Ну же, приказывай. Что вам угодно? В чем проблема? Да? На нас напали. Что вам угодно? Постройте ферму. Я готов. Что ж ты делаешь-то? Да. Танками своими пырь. Открыть огонь? Еще мортиры бесхозные. Два танка непонятно какие. Золотой рубин. Что вам угодно? Скорый. Ну же, приказывайте. Тебе нужна на моя помощь? Опять работа? Что вам чем угодно? Чем я могу помочь? Хорошо. Тебе нужна моя помощь? Нужна чего моя помощь? Неплохо. Я не хочу. В чем проблема? Хочу, короче, чтобы... Не так быстро, котик. Да, я этого я не хотел. Ну же, приказывай. Скоро на охоту. Что вам угодно? Ну же, приказывай. Как я убивать-то его буду? Не так быстро, котик. Вопрос времени. Чего хочешь, Зай? Да. Тебе нужна моя помощь? Нужна как? Моя помощь? Как это убивать, я не знаю. На нас напали. Эту каченую панду. Что вам угодно? Не так быстро, котик. Да. В чем проблема? Вертолетиками нет, нужны вроде... Может, брейкеры какие-нибудь? И при этом, при всем, я мог спокойно занять нички снизу. Наверное, я так и поступлю, блин. Потому что... Ну, это глупо сейчас пытаться убить того, кого... Ну, я не знаю, как убивать. Просто не знаю. То есть, либо танками как-то, либо... Либо... Я не знаю, как его убивать. Не, герои один диспелится, второй диспелится, кастеры особо не решают. Но можно массу брякеров сделать и, типа, попытаться... Телепорт возьми, попытается он. Телепорт, ботинки. Скоро на охоту. Все, отдаю, короче, Айреникс эту базу. Надеюсь, что он там мне еще какое-то время наверху даст пожить, пособирать. Неплохо, неплохо. Ну, это так. Наивно, конечно. Уже пришел. Самому главное вот здесь от вышек миллион сделать. Это тоже можно после сделать. Вообще лучше пораньше. Ну же, приказывайте. Чего хочешь? Нужна моя помощь. Прикажете открыть огонь? Да. Я готов. Ну же, приказывай. Приветствую. Что же тебе нужно? Дыхавию желаю. Нужна моя помощь. Можно быстрее. У меня тьма скорее для разводов, для каких-то. Понимаете? Здесь нельзя строить. Да ладно. Да, господи. Я готов. И здесь меня палят. А это кто? Да. Нормал, ну, капец. Я тут. Занял базу, называется. На нас напали. Чем я могу помочь? У меня есть проблемы с... Не подвластна магия. Нужна моя помощь? Тебе укажите нужна цель? Моя помощь? Что вам угодно? Что нужно? Опять на работа? Напали. Да? Хорошо. Даже не знаю. Ну, что там? Я же точку сбора изменил, Вась. Нужна моя помощь? Что ты не изменил, ну, бас? Телепорт где, блин? Ты проходил мимо, я говорю, купи телепорт.
Два свитка он купил. Капец. Чего? Да. Какой же ты дебил-то, а? Опять работа. Здесь нельзя строить. Магия будет моей. Ну, что там? Да куда ты? Хорошая мысль. Легко. Да. Здравствуй. Ну, собирайся, в общем. Я уже золота не... Возможно, мне золота не хватает. А, давай сражаться. Уже даже не хочу так играть. Золотой рудник обрушился. Бинды сбили с этих. Согласен. Да, поэтому эти бегут вперед. Что вам угодно. Да будет. Говори, друг. Там уже чарм. Ну же, приказывай. Укажите цель. Что на этот раз? Что вам угодно. Наш герой погиб. Ну, что там? Сливаемся. Быстрее. Ну, зато пуху убил. Какого хрена я пошел, увидев его лимит, не пошел сразу две базы ставить? Вот почему, почему я не пошел эту халяву использовать дальше? Товарища то ли ливнул, то ли его дискнуло. Все, сразу... Короче, отвратительно. По сравнению с первой игрой, здесь сыграл просто отвратительно. Просто. Снять всем, что ничего адекват, постоянно сердятся, сами допускают такой стрим, где девушка блядь, матерится, матом общается с чатом. Клево, да. Правила. Почитай Гудгейма. Внезапно маты на ГГ разрешены. Если есть оповещение о том, что есть нецензурная лексика. Уже как год. Нет. А как в топе такие стримы могут быть? Как они могут быть в топе, если выводятся по числу зрителей? Вот смотрите и выводятся. Подождите секундочку. А, все, похуй не будет. Греникус, я видел про новую карту, но, в принципе, мы не играли на мелкой. Поэтому лучше на Теренасе. Отвратительно сыграл. Отвратительно просто. Сейчас посмотрел на кота, умиротворенно спящего на спинке дивана, и понял, что... Вот кто дзен познал. Кот. Бесса. 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 Проснулся. Асфеха. Асфиксия. Нет, не планирую я Doom на максималке. Но в принципе это... это вполне реально. Многие это делали, причем даже с... Там прохождение Nightmare с пистолетом. Ну, с гранатами, с пистолетом. Блин, время уже позднее. Я думал, Бесса-кошка. Да, Бесса-кошка. Так, поехали. У нас да, есть возможность по-быстрому сейчас попытаться убить одного соседа. Чего? В чумуре. Хорошо. Чего? Хорошо. Опять да, работа? Господи. Опять работа? Хорошо. Не хватает золота. Чего? Я вам готов. Меня не жалко? Не хватает золота. Да. Придется драться. На нас напали. Это рискованная чего? Тема. То есть я угу. могу да. убить. Да, господи. Я готов. Чего? Да. Чего? Да. Да, господи. Опять работа. Хорошо, я готов. Только мне нужно большее количество сейчас брать. Или вообще забить, зигурат только сносить ему. Давай-ка. Да, готово. Да, господи. Чего?
Да, господин. Чего? Хорошо. Мне нужен исключительно зиггурат, ребят. Да. Я готов. Хорошо. Надо его да, убивать. Да. Чего? Да. Чего? Угу. Да. Вот алтарь. Или алтарь. Не столь принципиальным. Чего? На нас напали. Хорошо. Опять работа. Чего? Да, господин. Потому что склеп пилить, ну какой прок, если там все равно у него лимита не хватает. Опять работа. Угу. Хорошо. Да. Опять работа. Надо мейн хотя бы базовый это и да, защитить. Хорошо. Да, я готов. Опять работа. Да. Прощайте. Готово. Чего? Ну, на нас напали. Опять работа. Да, господин. Там уже две гульки стараются. Как же Езер лагает, а? Опять я готов. Работа. Да. Чего? Опять работа. Да. Опять работа. Угу. Чего? Я готов. Ваше решение? Все ясно. Пора, я думаю, вместить калитов. Ой, там зиггурат уже. Да. Срочно. Оскалено. Огласите приговор. Именем закона. Чего? Ваш вердикт. Ваше решение? Огласите да. приговор. Чего? Ваше решение? Опять работа. Ваш вердикт. Суд будет быстрым. Постройка завершена. Жду указаний. Ваше решение? Оспалено. Огласите приговор. Да, господин. Опять работа. Ваше решение? Оспалено. Ваше решение? Да, это хорошая игра с сарказмом, говорит он. Ваш вердикт. Я валю. Сейчас осталось за эту, наверное, все поставить ясно. Еще вышку здесь одну. Ваш вердикт. С этого начать, с магической башни. Да, господин. Я готов. Чего? Хорошо. Угу. Ну, огородить этом. Ваш вердикт. Готово. Все ясно. Да, господин. Асфалано. Суд будет быстрым. Опять работа. Вроде минус. Да. Я хорошо. Готов. Угу. Хорошо. Скорее вот. Так, ну, чтобы она верхнюю ваш немножко вердикт. Прикрывала. Ну, в смысле, чтобы они смежные были как-то какие-то. Чего? Фермы, да, еще не хватает. Ну, одна достроится сейчас. Ваше решение. Огласите приговор. Да, господин. Да. Чего? Хорошо. Я готов. Ну, ваше решение. Строим. Закон это я. Мальчиком. Да, господин. Огласите Варя приговор. Вторая. Опять работа. Жду указаний. Да. Да, господин. Хорошо. Чего? И тише воды ниже травы надо. Асфалано. Огласите приговор. Тихий апгрейд через с вышечками опять же. Ваше решение. Да. Хорошо. Тихий притихий. Выстроить вокруг этой что-нибудь Асфалано. Хотя бы. Огласите приговор. Ваш вердикт. Магазин, например. Блэксмит тоже решение? Можно. Ну и ферма, собственно, тоже неплохо пойдет. Опять работа. Это после того, как мейн Эксман доделается. Суд будет быстрым. Жду указаний. Чего? Постройка завершена. Опять работа. Да, господин. Ну, я пошел. Ваше решение. Так, я окей. После этого грейд на Т2. Огласите приговор. Вообще для обороны, наверное, лучше воркшоп делать, ну, Blacksmith воркшоп, но это не позволит агрессивно выйти. Но выходить рановато, на кого бы то ни было, пока. Пошел апгрейд. Для начала еще одну-две вышки надо спилить. Скорее всего, одну в рабочих, вот здесь вот. Ваш вердикт. Я готов. Да, ну, я пошел. В принципе, уже и неплохо. Асфалано. Да. Готово. Ваше решение. Опять работа. С Блэксмитом прикроемся. Как скажете. Можно одним футменом аккуратненько посмотреть. Аккуратненько.
Что делает орк? И кто с левее? А, орк сам ко мне. Первый Дима, закупленный. Суд будет быстрым. Ваше решение? Два выстрела получил. Да, господин. Асфалано. Жду указаний. Ваше решение? Чего? Да, опасно. Ваш вердикт? Ваше решение? Но смотреть надо. Не, ботиночки уже есть, не знаю. Да, я тоже могу купить. Указаний. Ваше решение? Жду. Смотрим, указаний. Что. Второй или третий ваше герой? Жду. Вышки очень меня это устраивает. Все ясно. Здесь кто? Асфалано. Мудрость. Два героя. Ваше решение? Так. Мартиры картечь. Очень хорошо. Я против того, и против того. Ваше контрить там нечем это дело, поэтому сразу после Т2 делаем Т3. Выходим в них через минимум одну кастерницу. Да. Ну, я пошел. Так, надо ламбермил построить, хотя бы для того, чтобы лес таскали лучше. Два воркшопа, наверное, нужно будет сделать. Приговор. Чтобы грейд, соответственно, атаку сразу... Такой, который нужен. Чего? Здесь тоже хорошо, пару ферм давай сделаем. Ваше решение. Так, ладно. Да, господин. Огласите приговор. Асфалано. Ваше решение. Я готов. Асфалано. Угу. Может, там, конечно, виверны. Ваш вердикт. Жду указаний. Но против эльфа, который приговор. Сосед, виверн, готово. Делать это как-то... Очень странно. Ну, я пошел. Ну, так, я ты будешь воркшоп делать. Постройка. Пошел апгрейд на следующий тир. Чего? Герой. Хорошо. Первый воркшоп. И не дожидаясь, хорошо. Второй воркшоп. Хорошо. А также... Да, ну, я пошел. Одну арканку делаем. Хорошо. Не хватает сердца. Леса немножко не хватает, делаем грейд на лес. Ну, сейчас было много потрачено и на грейд, и на героя, и на три здания. Ваш вердикт. Делаем второй грейд. Суд будет быстрым. Хорошо бы убедиться, приговор. Что... Ну, хотя даже если там виверна, можно хотя бы кое-как там рефлами с теми же самыми грейдами или парочкой вертолетов до первых баток построить. Нет, там катапульты. Вот это вообще великолепно. Что один меня устраивает, что второй. Главное не палиться некоторое время, доделать в Т3 картечь, мортирки с легкими пристами, может быть, с энерфаером. Жук выходит. Жук неплохо. Жука как раз не хватало для танкования. Так, еще бы здесь немножко ферм сделать, наверное. Угу. Это уже на будущее. Хорошо. Асфалано. Так, пошли первые мортирки. Готово. Огласите приговор. Готово. Хорошо. Пошли первые присты. Ваше решение. Да, давай фортификейт. Асфалано. Это же дешево стоит. Ладно, оставим как есть. Можно, в общем-то, и рефлов подстроить, но сейчас еще выход из лимита. Я бы дождался... Хороший ход. Истинный. Ну, хотя все равно выходим из лимита. Я несу исцеление. Да, ваш броди. Да будет. Огласите приговор. Прикажете открыть огонь? Так, второй играет на атаку. Готов. Да. Асфалано. Жду указаний. А, магазина нет. Хорошо. Магазина нет, косяк, потому что да, став не... Не закупить сразу. Ну, я пошел. Ваш вердикт. Укажите цель. Постройка завершена. Асфалано. Орудие! Ваше решение. Орудие! Жду указаний. Ваш вердикт. Ваше решение. Так, третий грейд на атаку стоит 300 леса, к сожалению. Асфалано. Таких денег нет. Ваше решение. Готово. Чем могу указаний? Такого чем? Количества леса, ваше так решение? Скажем. Опять работа. Третий герой эффективнее, чем... Огласите да. Приговор. Хорошо. Ваш вердикт. Чем треть от леса. Не хватает дерева. Необходимого для третьего грейда. Дерева. Не хватает дерева. При самом деле зря еще не сделал апгрейд. Завершено. Так, все, ваше 5 мортир, решение? В принципе, уже неплохо. Инерфайра дождаться не буду, я дождусь только
Жду указания. Во имя правосудия. Дождусь только этого. Ваш вердикт. Я жду указания. Колонны. О. Да свершится правосудие. Закон это я. Ваше решение. Асфалано. Во имя правосудия. Добиваем вовремя как. Ваш вердикт. Вовремя пришел реально. Сейчас главное всех убить. Одному остаться. Ваше решение. Укажите цель. Кто-нибудь ранен. Огласите приговор. Да, сэр. Жду указаний. На что же огласите приговор? Прикажете открыть огонь? Давай, пошевеливайся! Не хватает... Что указание? Приказывайте. Ваше решение? Я слышал. Огласите приговор. Жду указания. Прикажете открыть огонь? Асфалано. Очень вовремя. Закон это я. Там химеры могут быть, правда, у эльфа. Раз он... Ну, хотя не должно быть такого количества. В любом случае, здесь уже можно делать грейд на вертолетик, вертолетиков самих. Эльфу месить по-быстрому алтарь. Открыть огонь? Выходим. За что жалуетесь? Ну что ж, приказывайте. Да, не буду я этих добивать. Уж лучше быстрее эльфа добить. Он строит протекторы, вот. Нет, химерниц. Ваше решение. Не хватает. Ваш вердикт. Да, химерницы не успеют мне сделать. Ваш вердикт. Исследование завершено. До указаний. Иду. Прикажете открыть огонь? Ваше решение. Укажите цель. Закон это я. Прикажете открыть огонь? Здравия желаю. Ой, как они лопнули-то, а? Ваш вердикт. Прикажете открыть огонь? Вижу. Ваше решение. Ваш вердикт. Да, ну это, конечно, халява. Укажите цель. Ваше решение. Огласите приговор. Исследование завершено. Во имя правосудия. Ваше решение. Прикажете открыть огонь? Это, конечно, халява. Закон это я. Ну что, приказывайте. Давай. Я вижу лайк. Им конец. Ага. Ваш вердикт. Картечь такая жёстенькая. Жду указаний. Ваш вердикт. Ладно, ну, в общем, во-первых, мне повезло, что я зарезался с человеком, который был андедом, и, а я был альянсом. Ну, неважно, андедом, не андедом, главное, что у меня был альянс. И можно на халяву, просто на халяву убивать. Это, конечно, нечестно, я согласен. Немножечко. Закон это я. Пойду закупаться, деньги есть, пойду ставить вторую. Ну что ж, приказ, чем могу помочь? Во имя правосудия. Третью, четвертую базу, точнее. Асфалано. Огласите приговор. Да, ваше сельство. Да, ваш броди. Укажите цель. Да, давай, пошевеливайся. Да. Нычка пошла. Исследование завершено. Указание. Опять работа? Да. Вторая тоже. Пойдет сейчас. Далее необходимо сделать разведку парой вертолетиков. Ваше решение. Для того, чтобы понять, в какую сторону острова двигаться. С одной стороны, проще всего вот здесь вот укрепиться и двигаться вот отсюда, вот, чтобы не было второго фронта никакого. А, вижу, что может быть скоро проблема с лесом. Я лучше, наверное, вот здесь вот построю. Ну, я пошел. Вышек чутка. Огласите приговор. Кто завершил? Да, не хватает золота. Жду указаний. Денег уже не хватает. Асфалано. Кто-нибудь ранен? Все, и поехали. Смотрим, во-первых, что здесь. Ваше решение. Сообщите задание. Ну, я пошел. Огласите приговор. Орк. Все еще сражается с андедом. Это очень хорошо. Я могу спокойно сюда влетать. И за счет того, что... А внизу кто? Да, ну да. Аванж, который андер.
Ну что же, вы приказываете? Ваши приказы открыть огонь. Так, СМФ минус. Что ж приказываете? Да, мой друг. Укажите цель. А, это СМФ как раз и пинчит. Так, ну мне. Ну что ж, ваши что же, что ваше решение? На нас напали. Мне желательно добить. Ну что ж, приказывайте. Куда стрелять? Ой. Ваш вердикт. Ой, Варенька, ну что ж ты? Что ж ты, родная? Ладно. Там присты атакуются. Ну, я получил. Я справился, получил левел ап. Все нормально. Просто... Я слышал зов. Ваш вердикт. Говори. Просто Варе досталось немножко. Я служу ледяному трону. Асфалано. Укажите цель. И будем задерживать его. На что жалуетесь? Постройка, постройка завершена. Надо футменов убить. Они съедают лимит, они ни против кого там не нужны. Асфалано. Ваше решение. Во имя правосудия. Купить бы еще ТП-шечку. Да и, в общем-то, и бутылек хорошо было бы купить. Огласите приговор. Все ясно. Бутылек хила имеется в виду. Инерфайра нет, ну и не хочется его делать. Потому что там есть дестройер, а мне пока нечем их контрить. Ваше решение? Это непонятный, непонятный мне лимит. Вот только, он только-только делает базу, понимаете? У него с экономикой вообще беда. Полная беда. Четыре базы против одной, причем вторая у него только строится. То есть он еще деньги на эту базу потратил. Да, и дестройер это, по сути, единственное, чем он может тут, что-то сделать. Ваш вердикт. Указание. Это как бы непросто. Базу он не должен отдавать, потому что как бы, а как? Убиваем Бладмейджем. Наверное. Не, не убиваем. Мифлы остаются. Я здесь три героя. Два героя. Ваш вердикт. Давай, пошевеливайся. До указаний. Рифлы там живут. Огласите приговор. Я служу ледяному трону. Ваш вердикт. Придуем бутылочки, идем на него. Доделываем еще вертолетиков. Асфалано. Укажите цель. Ваш вердикт. Провоцируем, чтобы он за алтарь за свой посражался. Ваше решение. Я слышал зов. Ой, двойной какой. Справедливость восторжествует. Во имя правосудия. Все, сейчас он выходит. Прикажете открыть огонь? Жду указания. Чем могу помочь? На что жалуетесь? Должен. Разрешите взгляд? Ну что ж, приказывайте. Огласите приговор. Но он держится, не сдается. Ваш вердикт. Бегаем. Миша, не лучшая удача. Да, я нахаляю, вот что-то 4 базы против одной. Это, конечно, нечестно, нечестно. Отправляю Варденку, исключительно, чтобы она восстановила ману и купила еще один став. Ваше решение. Огласите приговор. Ваш вердикт. Укажите цель, куда идти. Дальше надо проверять, кто здесь. И все-таки, кто здесь. Так, тут Normal Noob. Ваше хорошо, решение. Я думаю, на Асфалана. Него мы и нападем, короче говоря. На что жалуетесь? Потому что, опять же, справа защита да. Есть, можно ее немножко усилить еще. Угу. Ну, я пошел. Здесь нельзя строить. Хорошо. Сюда перейти, только лес да. Добывать, чтобы они больше не рубили. Хорошо. Почем зря. Тут не доест...
Да, так же, как недосып. Огласите приговор. Я тоже. Асфалонов. Чем могу помочь? Огласите приговор. Кто-нибудь ваш верит? Открыть огонь? Чем огласите приговор. Надо еще продакшн запилить бы. Хороший ход. Истинно. Ваш на что жалуетесь? Жду указаний. Да, ваше решение. Я служу ледяному трону. Ваш вердикт. Да свершится правосудие. Суд будет быстрым. Ну что, куда стрелять? Жду указаний. Ваше решение. Исследование завершено. Асфалано. Огласите приговор. Ваш вердикт. Здравию желаю. Огласите приговор. Жду указаний. Именем закона. Ваш вердикт. Своевременным. Он, правда, грифонов делает вовсю. Да свершится правосудие. Жду указаний. Огласите приговор. Все ясно. Закон это я. Чем могу помочь? Асфалоном. Исполняю приговор. Ваш вердикт. Ну-ка, выходит не в тему. Все, убиваем еще одного. Базу 4-5 ставить, я думаю, смысла особого нет, потому что и так, как вы видите, с золотом проблем абсолютно никаких нет. И надо лишь продолжать методично выносить. Укажите цель. Ваш товарищ двухбазовый. Ваше решение. Жду указаний. Суд будет быстрым. Да, мой друг. Ваш нужно Innerfire делать, но как-то... Ну, что, я с Innerfire... Лови, ну, маны. Да, небольшой запас по мане, короче, у меня. Давай, пошевеливайся. Ух. Жду указаний. Лови, желаю. Именем закона. Да свершится правосудие. Я иду. Ваше решение. Прикажете открыть огонь? Ваш вердикт. Здесь уже, да, здесь уже хаос. Ваше решение. Просто хаос. Вертолеты влетают на пофиг. Огласите приговор. Очень много экспы. Прикажете открыть огонь? Лови, ядро! Ваше решение. Исполняю приговор. Ваш вердикт. Укажите цель. ГГ. Указание. Зачем я пишу ГГ? Палюсь, короче говоря. Прикажете открыть огонь? Асфалано. На что же указание? Ваш вердикт. Ну, результат он еще не вышел, но это... Огласите приговор. Ладно, это вопрос времени. Там медведи, гипосы. Ой, гипосы, это, конечно, опасно. Гипосы, это опасно. Да ладно. Огласите приговор. В принципе, тут позиция такая, что... А, там дальше еще хуман, нет. Это другой вообще эльф. Укажите цель. Так, нормал нук вышел. Мне бы закупиться, манку восстановить. Да, это вообще эльф сверху пришел. Я не буду рубить хумана, пусть с ним справляется эльф. Я лучше пойду к этому... К этому эльфу. Со своей стороны. Хотя, это безопасно сейчас мне его давить. Не, ну там же Нет еще жив. Пусть он развивается, он тут как бы... Все, я иду сюда, спокойненько. Ну, я пошел. Огласите приговор. Чем могу? Делаем еще антиэра. Ну да, да, да. Просто если Нет как-то там сопротивляется еще, это хорошо. Потому что мне сейчас создать второй фронт проще, чем огласите приговор. Деревьев миллион. Да, мой друг, ваше решение. Чем могу помочь? Все ясно. Наверное, надо из лимита уже уходить. Иду, иду. Меня убили, говорят. Нет. Что жалуетесь? Ваше решение. Чем могу помочь? Ладно, поехали. Ходим с лимитом. Нужно законтрить его воздух. Постройка завершена. Ваше решение. Укажите цель. Не огласите приговор. На что жалуетесь? Огласите приговор. Чем могу помочь? Асфалано. Это с маной беда. На что жалуетесь? У героев ни закупки, ни маны.
Хотя Варныч сейчас взяла, а получила шестой. Ну и тем более, как бы нет возможности нормально это потратиться. Кто там? Ой. Ну блин, не тормозим. Я готов сражаться. Наверное. Может, и не готов. Огласите приговор. Жду указаний. Я служу ледяному трону. Ваше решение? Ваша светлость. Я тут готов. Ты все не готов, получается? Говори. Ваш вердикт. Ваше решение завершено. Тут будет быстро. Не готов. Укажите цель. Ваш вердикт. А че я умер так быстро? Три грейда на атаку есть. Чем могу помочь? Ваш да, мой друг. Задание. Может, вертолеты землю там атаковали, я не знаю. В любом случае, мне нужно миллион вертолетов. Мне нужно регенить ману. Я покормил его знатно. Я увидел там только его одного героя. Нагу. Вроде как что-то со станом влетало. Да, господин. Хорошо. Ваше решение. Выходить из лимита можно спокойно, абсолютно. Более того, я бы купил еще... Куда летим? Я бы сейчас залетел, убил ему там базу какую-нибудь, купил бы здесь свиток эту, купил бы здесь, не знаю, лес, инвул, свиток. Готово. Вот, а тут много-много вертолетов. Потому что вертолеты должны убивать гиппосов, вы уж извините. Но я не верю, что вертолеты перестали убивать гиппогрифов. Поэтому я бомблю. Сообщите задание. Разрешите взлет. Куда ну, летят. Проверяем, у меня четвертая есть. Четвертый нет, ну, время работает на меня. Приступим. Куда летим? Выходим в 100, делаем полторы-две пачки вертолетов. И просто его бомбим. Бомбим. Кирин Тор уже второй раз, кстати, что в этой игре, что в прошлом, надо его не пускать вообще в игру, потому что он дискается. Ваше решение. Или левает, я уж не знаю, что у него там происходит. Так, вертолетиков, кстати, уже прилично. Чем могу помочь? Сообщите задание. Борт на связи. На что жалуетесь? Куда ваше решение? Закон это я. Лизарды меня заливают. Да, мой друг. Но у меня еще нет лимита. Жду указания. Вот только-только. Кто-нибудь ранен? И давай лучше престов первую. Назад, отдавай ему эту хрень. Чем могу помочь? На что жалуетесь? Приступим. Ваше решение? Наш город осаждают враги. Куда летим? Это во вторую. Сообщите задание. Куда летим? Асфалано. Ваше решение? Не помещаются. Асфалано. Ваш вердикт. Наш город осаждают враги. Борт на связи. Ступим. Борт на связи. Сообщите задание. Куда летим? Ждем приказа. Сообщите задание. Борт на связи. Разрешите взлет. Куда летим? Борт на связи. Куда летим? Приступим. Разрешите взлет. На связи. Сообщите задание. Разрешите взлет. Куда летим? К взлету. Там медведей много уже. На связи. Разрешите взлет. Огласите приговор. Ладно, я пошел. Сколько можно терпеть, правильно ведь? Давай, не забудь кинуть этот. Огласите приговор. Куда летим? Не забудь кинуть. Взлет. Сам бы убил, вот эти штуки мешают. Куда летим?
Прикажете открыть огонь? Ваш верхний на связи. Ой, винные пары. Ой, в смысле этот. Так, так, так. Ой, там Близзард, конечно. Сплечусь как могу, конечно. Ваше решение. Во имя правосудия. Все ясно. Недостаточно мало. Во имя правосудия. Закон это я. Все ясно. Во имя правосудия. Сообщите задание. Ваш вердикт. Куда летим? Что у нас остается? Герои живы, левелапы получили, продавать можем. Нычку не убили. Давай вот так вот сделаем. Гласите приговор. Это раз. Ваше решение. Время уходит. Ваш вердикт. Это два. Ваше решение. Жду указаний. Я понимаю, что долго. Надо его вот от этой базы отводить. На взлет. Починить хотя бы вот эту вот часть вертолетиков. Жду указаний. Чего? Ваш вердикт. Куда? Огласите приговор. Ну, он восстанавливается, естественно. Ваше решение. Огласите приговор. Зор. Ваше решение. Мортиры как жили, так и живут. Как живут? Не ясно. А, ну понятно. Он ставит одно древо жизни здесь. Архмаг шестой. Без ТП причем. Второе ставит древо жизни. Ну и третье, собственно, у него он стоит здесь. В общем, надо через Shift на третье ехать. И при этом при всем устраивает движуху здесь. Закон это я. Потому что надо. Огласите приговор. Хотя бы какой-то контакт, чтобы был у нас. Ваше решение. Жду указаний. Огласите приговор. На что жалуетесь? Ваше решение. Жду указаний. Чем могу помочь? Асфалано. Ваше приказание. Асфалано. Жду указаний. Там опять гиппосы, блин. Ваше решение. На что жалуетесь? Асфалано. Ваше решение. Чем мне с гиппосами-то делать? Танками, что ли, тоже пилить их? Асфалано. Да, танки, по крайней мере, это третий новый. На что жалуетесь? Вообще, продавай. Продавай. Жду указаний. Асфалано. Во имя правосудия. Жду указаний. На что жалуетесь? Суд будет быстрым. Все ясно. Чем могу помочь? Ваше решение. О, там сейчас минус 3 базы мы ему делаем. Жду указаний. Ваше решение. На что? Огласите приговор. Вот уж ничего не попишешь. Кто-нибудь ранен? Ваше решение. Да, мой друг. Асфалано. Огласите приговор. Асфалано. Можно архмага убить. Ваше решение. Укажите цель. На нас напали. Недостаточно мало. Ваше решение. До указаний. Я слышал зов. У меня сархмаг. Таря нет. А где гипсы-то, я не пойму. Не подведу. Я слышал зов. Надо пойти. Проехали, короче. Не, по ресурсам плюс 10к значительно лучше получилось. Ладно, уже за 12 начало первого. Сегодня, к сожалению, каупа не получилось, но если, надеюсь, завтра БСП будет чуть получше, не 39, как сегодня, то завтра вечерком будет кауп. Если нет, то не обессудьте. Увидимся. До скорого.